Окей, ребят, даю вам 15, целом, да? 15 секунд на ответ. Если вы за 15 секунд не отвечаете, то я выбираю вариант D, который априори как бы неправильный, поэтому вот. Ну, финал, Мария. Это сейчас непонятно сказал, да? Смотри, у нас есть 4 варианта ответа. А, Б, В, А, Б, В, Г. А если вы за 15 секунд не даете ответ, я выбираю вариант D, и там пусто, и вы проигрываете и не отвечаете на этот вопрос. Поэтому таймлайн у нас сегодня будет. Мария, вопрос первый для тебя. Звучит он следующим образом. Название этой команды совпадает с популярным треком, в котором исполнитель рассказывает об успехе и мотивирует других работать. Но у дотеров успеха такого не вышло. Состав вылетел из квалификации на TI-10, столкнувшись с анимешником. Вариант ответа. Warriors, Gorillaz Pride, Black and Yellow или Electronic Boys. Вот такой вот вопросик для тебя. Вопрос ты не повторяешь, правильно? Могу повторить, если хочешь. Название этой команды совпадает с популярным треком, в котором исполнитель рассказывает об успехе и мотивирует других работать. Но у дотеров такого успеха не вышло. Состав вылетел из квалификации на TI-10, столкнувшись с анимешником. Варианты ответа. Warriors, Gorillaz Pride, Black and Yellow или Electronic Boys. Ну, слушай, я думаю, что это Warriors. Во-первых, потому что я знаю такой трек. Во-вторых, потому что это звучит как название команды по доте. В-третьих, ну, потому что почему бы и нет? Это Warriors, я отвечаю. Warriors, твой ответ, да? Warriors — это был потрясающий трек во времена еще даже чемпионата мира по лолу 2014 года, как раз когда Imagine Dragons написали его. Ну, а столкнулись с анимешником — это, естественно, речь про Eternal Envy. Eternal Envy, да. Да, в Северной Америке есть такая команда, как Black and Yellow. У них там даже был невероятный замес, и они там поругались, поссорились, в общем, да. Но это была команда Black and Yellow. Отлично, Мария. Вот ты знаешь, я другого старта от тебя не ожидал. Супер, лучше. Спасибо, спасибо, Михаил. Класс. Ты знаешь, вот я всегда когда пыталась очень собранно подходить ко всем играм, и вот почему-то мне это не приносило успеха, поэтому к сегодняшней игре я подошла очень несобранной. Посмотрим, чем это кончится. Ты подошла несобранной к сегодняшней игре. Отлично. Рекрент, вопрос к тебе, ты готов, если что? А какой правильный ответ-то был? Black and Yellow? Black and Yellow, Black and Yellow, да, такой трек есть у Wiz Khalifa, по-моему. И он там, ну, как и любой уважающий себя рэпер, рассказывает об успехе и мотивирует других работать, видимо, тоже писать очень крутой рэп, понимаешь, то есть... Окей. Да, ну и вопрос для тебя, соответственно, звучит так. Какую награду можно получить за 90-й этап Battle Pass в Warzone? Ну, короночка твоя. Может быть, даже без вариантов ответа скажешь мне? Не, без вариантов без ответа точно не скажу. Хорошо. Там 100 Значит, варианты ответа. Облик Зейна львица, облик Адлер абордажная команда, облик Шакал цвета радуги или чертеж оружия забытый оазис? Ну точно не Шакал, потому что он за 100-й. Первые два облика, я вообще не знаю, что за облики, но пусть будет четвертый вариант, этот чертеж оружия. Чертеж оружия, забытый оазис. Да. И это тоже неправильный ответ. Правильный ответ — облик Зейна Левица. Но, я так понимаю, Battle Pass — это не самое, да, на чем ты, в чем ты, так сказать, экспертизируешься. Да пофиг вообще на него. Он за неделю весь качается. А вообще чертеж вроде на 95-м, поэтому я мог догадаться, да. А ты, подожди, в Апексе просто, например, очень долго качается, как мне кажется, сейчас Battle Pass в Warzone прям... Не, в Warzone за неделю можно фул вкачать вообще. Да? Там просто, вот в Апексе, например, по-моему, там вообще ты не можешь вкачать, кроме как покупая, потому что, типа, у тебя первые недели, там, квесты не все открыты, типа, на все подряд. А там вообще нереально, я его покупал один раз, и в итоге на первой странице и закончил где-то. Александр. Смотрите, да. Вопросы сегодня мне идут, видишь, уже льются, так сказать, рекой ответы правильные, поэтому давай вопрос для тебя будет звучать следующим образом. В мире Гарри Поттера первые буквы его никнейма являются заклятием, которое гасит свет, а в Dota 2 он занимается ультиматичным просвещением с использованием статистических данных. Вариант ответа. Luminous, Knoxville, Darker или Nahaz. Еще у меня вопрос про доту, если я... А это не про доту вообще. Это нечестно. Это вообще не про доту вопрос, как бы. Это вопрос про Гарри Поттер? Это вопрос про Гарри Поттер, да. Так, ладно, еще раз вариант. В мире Гарри Поттера первые буквы его никнейма являются заклятием, которое гасит свет, а в Dota 2 он занимается ультимативным просвещением с использованием статистических данных. Luminous, Knoxville, Darker или Nahaz? Ну, вроде Люмос было заклинание, пусть будет Luminous. Luminous, да? Но я что-то вообще вопрос не понял, если честно. Смотри, а Luminous... Каким-то дота, что надо ответить вообще? Ну, потому что это первая буква его никнейма. Люмос действительно было заклинание, но оно генерировало выключало свет. Включало свет. А вот выключало заклинание под названием Nox. Ну и такой статистический исследователь, как Knoxville, соответственно... Понятно. Видишь, вроде по доте, а вроде и как бы, ну... Ты же Гарри Поттера-то читал, нет?
Ну, я Люма знаю, а то, что выключало свет, я не знаю. То есть я уже ну, не настолько ну, сейчас, эксперт Саша, конечно, по не знать Гарри Поттера. Миш, ты какого-то нового редактора нанял, так и скажи, да? Для вопроса. А просто у меня редактор, когда узнал, что Борис будет сегодня, он такой, ой, все, сейчас как раз Борис, вот для тебя вопрос. Ну, вопрос чистый. Ну, вообще не особо просто, давай. Смотри, вопрос чистый по киберспорту, абсолютно, сразу, жесткий, глубокий. Название этой команды можно найти в либретто балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Но там он только один, а в активном ростере американских лолеров или дотеров их целых пять. Варианты ответа. Hippomaniacs, Immortals, Team Arcon или Evil Geniuses. Ну, по-моему, в «Лебедином озере» как раз злой волшебник есть. Вот, ну, в ЕГЭ как раз пять человек в доту точно играют. Так что, ну, давай я скажу, что это Evil Geniuses. Типа, злой гений — это довольно хорошо, по-моему, описывает главного антигероя «Лебединого озера». Там же такой злой волшебник, который превращал девушек в лебедей. Слушай, ну давай короче, так, не всегда далеко в составе Evil Geniuses играет прям 5 дотеров, у них периодически бывают периоды, когда у них 3 человека в составе или 2, но ответ Evil Geniuses абсолютно верный, действительно злой гений. Ну, мне кажется, кстати говоря, что этот вопрос, наверное, даже именно из вариантов ответа был не самый сложный. То есть надо было, можно было как-то нам, наверное, даже подкрутить Борису, но... Ну да, нет, без вариантов, конечно, сложновато звучит. Эх, прошли те времена, когда либретто Петра Ильича Чайковского, да, давались прям... Слушай, мне повезло, у меня просто одной из любимых книжек детских была книжка «Оперный либретто». Это не шутка, просто вот серьезно, там, «Оперный либретто» вот так. Ну, так что просто попало в меня. Бывает с каждым, мне кажется. Мария, какая у тебя была любимая детская книжка, расскажи мне ты. «12 стульев». Блин, у меня почему-то... Есть про стулья какие-то вопросы? Про стулья, да. Да, про два хотя бы. Да, вас четверо, стульев пять, но у нас не новогодний конкурс на стульчики, поэтому придется... У вас был, кстати, конкурс, где вы в кастрюле доставали яблоки там или мандарины лицом? Нет? Не было такого? Яблоки... У меня был конкурс, где надо было на ниточке яблоко висело, и надо было его откусить. Это на свадьбе было? Или... Нет, это где-то в детстве, на каком-то детском садике или что-то, в каком-то утреннем. Вы даже в стульчики не играли на Новый год, что ли? Или когда ну, я не помню такое. Блин. Такой классный травмоопасный конкурс. Говоря про травмоопасные конкурсы, Мария, вопрос второй для тебя. Звучит он следующим образом. Какой из этих героев Dota 2 вышел раньше? Раньше, который вышел. Варианты ответа. Винтер Виверна, Скайрат Мейдж, Гирокоптер или Медуза? Какой из этих героев Доты вышел раньше? Я думаю, что Медуза. А какой... Ну давай попробуем пройтись по всем остальным героям. Примерно кто когда. Ну, Виверна вроде вообще самый свежак. Ну, мне кажется, они в порядке. Они указаны в порядке старения. То есть... Мне кажется, Виверна самая свежая, потом Скайрат Мейдж, потом Гирокоптер и потом Медуза. Потом Медуза. То есть Медуза самая старая. Медуза, Мария, не самая старая. Причем с разницей аж целых полгода. Гирокоптер и Александр Юрьевич на нем показывали себя чуть-чуть пораньше. Они показывали себя уже в 2012 году, в июне причем. Медуза появилась в 2013 году в начале года. Скайрат Мейдж появился в апреле 2013, ну и Виверна действительно в 2015 году. Но Гирокоптер появился... Раньше, чем Медуза. Отлично. А ты не знаешь, в первой доте аналогичная очередность была? Мне что-то кажется, что Медуза, ну, исторически старше Гирокоптера. В первой доте, возможно. Слушай, не знаю, если честно. Мне кажется, во второй доте вообще там не было какого-то соблюдения порядка героев из первой. Не, ну да, там хаотично было. В первой, вот чат подсказывает, что в первой да, Чат также подсказывает, ну... что спрашивать у Алсера про первую доту. Я в первую доту, между прочим, на Пандарене 50 или 70 игр сыграл спамом, потому что любил пам. Ну, я тебе так скажу. Я думала про первую доту. Я машинить не буду, потому что я бы все не ответила. Ну, я не знала порядок во второй, поэтому как есть, так есть. Отлично. Рекрент. Вопрос для тебя. Пока что Борис единственный, кто вообще набрал очки сегодня, но все может измениться. Какая из этих команд, Рекрент, не сыграет на The International 2021 года? То есть в этом году в октябре. Варианты ответа. LGD, Na'Vi, OG или Альянс? Ну, Na'Vi не прошли по-любому. По-любому. Ну, я помню просто новость. Они же там весь ростер поменяли вот на днях. -3 у них было. -3.
Тут как бы у нас, смотри, у нас есть один эксперт по составу Альянс, который едет вместе с ним. У нас есть один эксперт по составу OG, который следит пристально за Сумаилом. Ну, а Петрик таким образом методом исключения становится экспертом по китайской доте, но она ведь действительно не прошли на International. В этом году абсолютно правильный ответ. У OG же там какой-то камбэк был жесткий, по-моему, да, против кого-то, не помню. OG, да, OG... Ну, у них вообще был камбэк из года, где они имели винрейт 20% примерно, а потом на квалах они внезапно что-то подрубили и начали всех обыгрывать. Уже не так внезапно, но в этом году это было опять очень внезапно, потому что они на самом деле очень плохо играли по ходу сезона. Александр. Этот вопрос я бы взял. А давай узнаем, как ты возьмешь вот этот вопрос. Какой игрок не входит в топ-5 мира, по количеству убийств за раунд по статистике HLTV? За какой период? Прямо сейчас. Ну, за все время. Ну, да, наверное. Я сейчас проверю быстренько. Но варианты ответа тебе накидаю и быстро пойду проверю. Станислав, Девайс, Simple или Дюпри? Вот такой вот как бы вопросик. Сейчас я вот прямо сейчас открываю. Так. Чтобы тебя не дезинформировать, так сказать. Не входит, правильно? Извини, пожалуйста. Сейчас я исправляюсь за вопрос. Этот вопрос касается Ием Катавица, вот, который был. У-у-у. А Ием Катавица или Кёльна, который был последний? Сейчас, или подожди-ка. Или именно Катавица? Саша, вопросы здесь задаешь не ты, успокойся. Вопросы ты задаешь не ты, но это вопрос, Саша, все, я уточнил. Вопрос такой, перефразирую. Какой игрок не входит в топ-5 мира по количеству убийств за раунд по статистике HLTV на ИЕМ Катавице 2019 года? Вариант ответа: Станислав, Девайс, Симпл или Дюпри? 2019 год, Катавица. Каким образом Станислав мог там входить в топ-5 убийств за раунд? Угу. Давай, 5 секунд. 4. Да, Станислав, он по статистике как бы всегда на дне. Если это был его лучший турнир в жизни, тогда он вошел в этот топ. Но если нет, то как бы ну, тут 2 человека, как бы Simple, который 100% всегда во всех топах. Поэтому это... я Станислав отвечаю. Станислав на том турнире был в тройке на третьем месте. Девайс был на втором месте. Simple значит, был Дюпри. На четвертом, а Дюпри был на восьмом. Подловили. Вот так вот. Отлично, Александр. Сложные у тебя вопросы. Да, вот турнир жизни Станислава, как я мог забыть, блин. А важно ведь, Александр, а ведь важно. Это было важно, да, реально. Борис, вопрос для тебя тоже, мне кажется, непростой. Такой, на подумать, на повспоминать. В каком из этих городов не проходил... В каком из этих городов не проходил мейджор по доте? Варианты ответов. Бирмингем, Кёльн, Стокгольм или Лейпциг? Бирмингем, Кёльн, Стокгольм, Лейпциг. Ну, в Бирмингеме и в Лейпциге точно были. По доте, да? По доте. Соответственно, Кёльне был International, а вот был ли там мейджор, я не помню. Стокгольмский мейджор должен быть, был осенью, кажется. Надо вспомнить. Бирмингем, ну, хорошо, давай, Кёльн, короче. Стокгольм, Лейпциг, да. Ну, давай я скажу, что это Кёльн, потому что в Кёльне был International, и может это такой вопрос на исключение. Действительно, вопрос на исключение. В Бирмингеме был ESL on Birmingham 2018, в Стокгольме был финал, где Virtus.pro проиграли Vici Gaming со счетом 3-2. Очень эпичный финал был. В Лейпциге был как раз тот финал, где играли EG с Рамзесом, и они же проиграли тогда Секретом. Тоже, кстати говоря, со счетом 3-2, поэтому Кёльн — это абсолютно правильный ответ. Добавляем Борису еще. Ну, у меня вопросы попроще, чем у ребят, конечно. Ну, сейчас начнется, там во втором туре будешь рассказывать, у кого на логотипе изображена панда там. Или... Маша отвечает сколько угодно, правильно. Нормально. Можешь ну, да, отрываться да. Вперед. Конечно. Ни в чем себе не отказывай. Да. Так. Спасибо, друзья. Мария, вопрос под номером 3 для вас. В припеве песни англо-русский словарь группа Сплин упоминает известную личность. Причем в том же варианте,
как и бельгийский оффлейнер в своем никнейме. Кого именно упоминают? Варианты ответа. Хану Монтану, Давай Ламу, Шейкен Спира или Калигулу? Фух, ну, песню спринов я эту не помню. Я думаю, что это будет Давай Лама. Потому что хотя бы такой флейнер, такой игрок хотя бы существует. Неверно, что он флейнер, он хотя бы есть в природе. Так что да, давай вот так. А, твой ответ — Давай Лама. Да, да. Давай Лама. Это есть такой бельгийский оффлейнер, абсолютно правильно, да, да, да. Мария, для тебя два очка. Наконец-то открываешь свой счет, супер. Хотя хорошие версии были, мне кажется, Хана Монтана тоже кто-то был такой с таким никнеймом в киберспорте. Я, правда, вот не помню, когда и кто, но было дело. Это правильный ответ, Дмитрий. Переходим к вам. У нас пока только Александр остается без очков и... Александр, для вас вопросы, как всегда, там сейчас, какую флешку кинул Флюша там на карте The Dust 2 в 2013 году, помнишь, там, почему она неправильно упала, об какую стену она не так отскочила, но вопрос пока для Рекрента. Какая из этих команд, о, кстати, любимый вопрос Рекрента, он у нас, поскольку по батл-роялям, он отдувается за все батл-рояли, поэтому какая из этих команд заработала больше призовых в Apex Legends? Apex Legends, кто заработал больше всего призовых из этих команд? Sentinels, NRG Esports, Natus Vincere или SK Telecom T1? Ну, тут full рандом, я вообще без понятия. Пусть будет NRG, у них там очень много стримеров... составе. Ну, хотя стримеры не равно киберспортсмены ведь. Ну, я уже не буду менять ответ, пусть будет Energy. Energy. Правильный ответ. Вот и все. Ну да, ну Na'Vi просто... Т1 вообще очень поздно, мне кажется, зашли и мало выигрывали пока что. У Na'Vi был большой турнир, который они выиграли на Pre-Season Invitational у них, где они хорошо сыграли. Но в основном конкуренция между NRG и Sentinels там идет. Я сейчас могу даже сказать, кто сколько, по-моему, призовых этих повыигрывал. И в итоге, да, действительно, это больше всего у NRG 225 тысяч, у Sentinels 193, у Na'Vi 150 и у Т1 117. Так что плюс очки для Рекрента у нас идут и еще. Так. Александр. Угу. Давай, про флешку Флюша. Ну, не про флешку, не про флешку Флюши. Тут сейчас смотри, мы немножко вопрос изменили, потому что там у нас произошел баг редактуры. Вот, поэтому сейчас будет вопрос, если что, за все время. Вопрос за все время, не за какой-то турнир. Да, да, вопрос для тебя. Кто из этих игроков меньше всего умирает по статистике HLTV? Окей. Варианты ответа. Не те, которые на экране, не те, которые на экране. Сразу тебя предупреждаю. А я не смотрю, на какой экран мне смотреть. Супер, не на какой. Ну, в чат, если ты подсматриваешь, то не смотри в чат. Окей. Варианты ответа. Шира, Джейм, Ксипауэр или Интерс? Кто из этих игроков меньше всего умирает по статистике HLTV за все время? Джейм, Ксипауэр, Интерс или Шира? Тут, понимаешь, тут здесь у нас есть Джейм и Шира. Два человека, которые меньше всего умирают за все время. И, то есть, и у них всегда идет между собой борьба в этом показателе. И кто из них на дистанции за все время меньше наумирал? Ну, Джейм вообще практически не умирает. Но и Шира тоже. Ну, Шира тоже. Я же говорю, что они два лучших игрока в мире по этому конкретно показателю, 100%. И кто же из них сейчас? Ну, пусть будет Шира. Шира. Да. Шира — это абсолютно правильный ответ. Отлично, Александр. Поздравляю тебя тоже с набором очков первым. Хотя Джейм, мне кажется, был более, как это, для широкого... Ну, вот Джейм — это очевидный ответ. Я уже просек, как ваша редактура пытается меня подловить. То есть она дает очевидный вариант ответа, им нужно выбрать неочевидный второй. Все. Дальше будет изи вообще. У Шира взломал игру. Действительно, да, меньше смертей, чем у Джейма, и он лучший в мире по этому показателю. Борис, тебе у нас всегда вопросы кайфовые. Ты как вообще, в каком возрасте начал примерно играть в игры в компьютерные? Какая у тебя была первая? Слушай, довольно рано, это еще в 90-х было. То есть я родился в 93-м, у меня уже был, короче, какой-то компьютер еще в 90-х с Norton Commander, и там, что там было? Там была игра «Поле чудес», по-моему, там был Wolfenstein 3D.
Угу. Так что это лет... Ну, то есть, смотри, то, что я тогда, то, что я тебя назову, это уже старье, считай, как бы для тебя. То есть это игры, которые вышли уже очень поздно. Какая из этих игр вышла раньше? Нам нужно найти игру, которая вышла раньше. Варианты ответа. Warcraft 3 The Frozen Throne, Gothic 3, Need for Speed Underground 1, то есть самый первый Need for Speed Underground, или The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ну, такие вот варианты ответа. Ну, год я знаю только у третьего Warcraft'а здесь. Это какой, второй или третий год был Frozen Throne? Так, NFS 1, Gothic 3 или Morrowind? Ну, мне кажется, что... Мне кажется, что NFS, наверное. Я играл только во вторую. Значит, первая вышла раньше. В общем, во второй Underground ты имеешь в виду? Потому что во вторую NFS-ку можно было как раз где-то в 90-х и поиграть. Ну да, во второй Underground. Короче, Underground 1 мой выбор. Underground 1, долго думать не буду. NFS Underground вышел в 2003 году. Gothic 3 вышла в 2006 году. Warcraft 3 The Frozen Throne вышел в 2003 году. А вот The Elder Scrolls 3 вышел аж в 2002 году. Ты, кстати, играл в него, нет? Да. Нет, я с четвертого начал. Я не играл. С Обливиона. Походу, вот из-за тебя, Миш, придется идти Underground проходить первый, потому что это такая сразу ностальгия нереальная. Причем, мне кажется, первый был лучшим аж до Most Wanted, по-моему, чуть ли не. 100%, да. То есть вот первый Underground, это прям, зачем ты это вспомнил? Я даже вспомнил, как мне, короче говоря, подарили, я помню, что я был вот, когда начал играть в NFS-ку, мне было нереально кайфово, хотя мне на тачке было пофигу, и мне подарили руль специальный, ну типа манипулятор. Но я поиграл на нем день и понял, что на нем невозможно играть, и вернулся обратно на клавиатуру, потому что на руле какая-то сенса была вообще не настраиваемая или что-то такое там было. Слушай, такое было в залах игровых автоматов, да, такие еще были, там можно было тоже прийти, и там был руль. Да, там можно было, до сих пор такое есть, и вообще, когда приходишь в аркады, там можно на мопед сесть, и там прям мопеды раскачиваются, прям можно на них гонять вообще адски, так сказать. Нормально. Неистово. Мария. Да, как ты сидишь, скучаешь, там про NFS-ку мы тут рассуждаем. У тебя какая так была? Да, какая была первая игра у тебя в детстве, с которой ты ассоциируешь себя? Ой, ну слушай, трудно сказать, потому что первые игры они были вообще какие-то примитивные. То есть там какие-то прыгали лягушки по кувшинкам, я помню. Такая была первая игра года 4. Вот. А уже такая прям осознанная. Не знаю, трудно вспомнить. Мне кажется, какие-то Sims вообще были. Мне кажется, меня вообще в мир видеоигр ввели Sims. Вот у меня играли одноклассницы в Sims в начальной школе, давали мне диски, а потом как-то пошло-поехало. Ну, я с Sims переключилась на цивилизацию, потому что это как Sims, только круче. И так дальше пошла по пути. От Sims до цивилизации, знаешь, про From Lul to PogChamp Very Fast получается, как говорится. Какого из этих рейдов, Мария, World of Warcraft, ты как с World of Warcraft дружишь? Ну так, типа, я никогда не была каким-то таким историческим, знаешь, задротом. То есть много же людей, геймеров, они играли в WoW в разные периоды жизни. Я никогда не играла. И вот уже пару лет назад, наверное, просто по приколу я там что-то бегала, кого-то качала. Mm-hmm. Вот, так что я не сильно так... Какого из этих рейдов World of Warcraft не существует? Варианты ответа. Цитадель ночи, испытание крестоносца, черный храм или крепость вечности? Такие вот варианты ответа. Так... Можешь повторить варианты ответа? Да. Цитадель ночи, испытание крестоносца, черный храм или крепость вечности? Ну, первое точно есть. Насчет второго как-то не знаю. Я даже не уверен. Ну, третье, четвертое, они такие довольно размытые фэнтезийные названия, которые, в принципе, можно приложить куда угодно. А вот испытание крестоносца... Вот, блин, откуда в Варкрафте взяться крестоносцем? Где там вот это вот средневековая какая-то... эстетика. Ну, блин, это может быть какой-то босс, который, типа, крестоносец, такой какой-то рыцарь. Ладно, пусть будет испытание крестоносца. Испытание крестоносца. Испытание крестоносца есть, и кто-то говорит в чате, что второе — это CLK. Я вот, к сожалению, про WoW знаю примерно ничего. Вот. А у нас есть вообще воверы, кстати, из участников? Ну, так, я немного играл. А ты знал? Я больше любил... я выбирал между... В общем, два я точно знал, а вот испытание крестоносца тоже не помнил, и поэтому колебался между ним и четвертым. Но правильный ответ — это крепость вечности, действительно, четвертая. Четвертая, да. Крепости вечности нет. Цитадель ночи — это из Лиджина, по-моему, да? Когда они или Дана там... Возможно. Один легион, два ЛК, три БК, говорят вот в чате... Поэтому... А, ну да, БК, да, да. Рекрент, твой вопрос звучит следующим образом.
Какая из этих фраз... Про доту, кстати говоря. Ты вот про доту уже взял один сегодня. Давай еще один. Какая из этих фраз из колеса чата не принадлежит Вилату? Вилата, я думаю, ты знаешь. В доту я видел, ты на инвокере бегаешь, чисто жаришь. Не знаю, ты спамишь фразочками, когда играешь, нет? А я не знаю, на какую кнопку. Блин, ну все! Ты не поспамишь, получается, кнопку-то не знать. Какая из этих фраз из колеса чата не принадлежат Вилату? Ай-яй-яй-яй, что сейчас произошло? Это ненормально, это нечестно. Резать, 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 резать. Или какой же ты бешеный? А-а-а! Вот такие, ну смотри, есть первое точно его. Вроде. Это ненормально, это нечестно. Тоже его голосом вроде как звучало. Вот я сейчас в голове прокручиваю, это вроде его голос. Это ненормально, это нечестно. Да, да. Какая-то такая. Вот между третьим и четвертым выбираю. Но резать, резать, вроде тоже он. Короче, четвертый вариант пусть будет. Какой же ты бешеный? А-а-а! Да. Какой же ты бешеный? А-а-а! Это абсолютно правильный ответ. Эту фразочку. Это Каспер, да, вроде? Это, по-моему, даже Гатхан сказал, если я правильно помню. А, да. Но там, вот. На самом деле, вот я когда слышу именно из колеса чата фразы Каспера или Гатханта, они иногда очень похожим звучанием именно вот, ну, фразочки какие-то с каким-то, да, трудно, эмоциональным трудно, окрасом, да, дают. Но, по-моему, это был все-таки Гатхант. Но, слушайте, ребят, я вот вам скажу, что Рекренту вот эти вопросы про батл рояли, они вообще абсолютно ни к чему. Парень по доте нормально во все попадает. Александр, ну пора нам уже, наверное, к вопросам таким уже, знаешь, где, ну все-таки не придется совсем сильно вспоминать. Кто из этих игроков покинул состав Virtus.pro по Counter-Strike GO позже? Вариант ответа. Нео, Паша Бицепс, Бяли или Таз? Легендарный состав. Самый первый у них ушел. Кто покинул позже? Да. Причем с довольно большим отрывом от всех остальных. Ну, здесь у меня два варианта. Либо Бьяли остался после распада того состава и продолжал играть с молодыми, либо Паша тоже мог продолжать играть с молодыми. Я этот момент, если честно, не помню. То есть это уже как-то давно смешалось у меня со всеми... То есть Нео ты даже не рассматриваешь, да, тоже? Со всеми этими раскладами. Нео... Да нет, я думаю, что тоже он там ушел одним из первых, поэтому... Паша не бьяли. 5 секунд даю тебе. 4, 3, 2, 1. И твой ответ. Пусть будет Паша. Паша. Первым ушел Таз. Ты был абсолютно прав. Он ушел еще в марте 2018 года. Вторым действительно ушел Нео. Он ушел в феврале, 1 февраля 2019 года. Паша ушел 13 февраля 2019 года. Ну и бьяли еще 4 месяца. Там, ну, 3. 3,5 месяца, отдувался за всех остальных, да, и в итоге доигрывал. Вот здесь логика, которую я рассматривал, дала трещину, потому что Бьяли был самый очевидный вариант ответа. Mm-hmm. А Паша был второй. Я, кстати, прочитала, вот ты взломал игру, я тоже немножко взломала игру. Мне кажется, если бы я просто в один день села и выучила историю Virtus.pro по КСу, я бы, в принципе, все игры предыдущие выиграла, мне кажется. Потому что постоянно каждую игру вопросы PvP по КСу. А я, типа, вообще такая, типа, что, кто, куда. Маш, ну они же тебе не достаются. Тебе он вопросы, там, про World of Warcraft, там, про американскую доту. В прошлом доставались, я помню. Было. Сейчас дело, нет, а в прошлом дело. Доставали, да. Борис. А когда мы играли с Марплами, у нас вообще все вопросы были про Virtus.pro по КС вообще у всех. Ну да, тоже. Но так там же да. Шмарплы были. Борис, статистики по какой из этих дисциплин нет на Ликвипедии? Ты вообще на Ликвипедию заходишь иногда, нет? Да, но только в доту. Давай в доту. Попробую вариант открыть. Ответа. Открыть. Нет такой статистики по этой дисциплине. FIFA, Rocket League, Hearthstone или Dota Underlords? А ты думал, я тебе скажу, Dota, CS, Лига Легенд или Танки Онлайн? И ты такой, Танки Онлайн мой выбор. Так, можешь повторить еще раз варианты? Давай. FIFA, Rocket League, Hearthstone или Dota Underlords? Блин, ну Hearthstone штука популярная, наверное, должно быть. Dota Underlords, ну кто-то мог запилить, я думаю. Значит, что там у нас FIFA Rocket League и Rocket Hearthstone, League. Hearthstone, и FIFA, и Dota Underlords, да, 4 варианта. И что такое Rocket League, я, кстати, даже не знаю. Это машинки мячик пинают. Не видел никогда такой спасибо. Дисциплины? Не, я никогда не... Я только в реале такое видел. А в играх не видел. Я такого в реале, кстати, не видел. Нет, слушай, если...
Есть даже вид спорта, который мотобол называется. Там, короче, это как футбол на мотоциклах. Ну, на мотоциклах я слыхал, да, что мотобол есть. В России, есть. По крайней мере, были такие крутые какие-то и на тачках соревнования тоже команды. На тачках не слышал. Так, ну, какого-то логического выбора я здесь найти не могу. Только вот, ну, Хардстоун я вот из общих соображений почти уверен. Сейчас, наверное, если это не так, на меня народ там в чате гонит. Давайте скажем, что... А вдруг нет по FIFA, короче, вот так я рискну. По FIFA, думаешь, нет. Давай попробуем. Ну вот смотри, Rocket League, на самом деле, это игра, где действительно машинки пинают мячик. У нас она абсолютно неизвестна и непопулярна в Америке. Она просто супер бумится, и по ней там вообще супер киберспорт, все дела. По Хардстоуну, конечно, есть. И ты знаешь, даже по FIFA есть. А по Dota Underlords... Ну там, знаешь, там, ну, могла быть Википедия, но потом ее обязательно должны были удалить. Но вот как только прошли те два месяца золотого периода Dota Underlords, по ней, собственно, там, мне кажется, сейчас вообще никаких турниров и не проводится. Артефакту, мне кажется, нужна Ликвипедия. Ну, Ваня мог бы ее промодерировать, конечно. И там... Слушай, ну нормально, тут... логика была нормальная, на самом деле. Тут не сработала стратегия, второй по очевидности ответ. Я бы тоже FIFA выбрал, на самом деле. Чего? Говорят, что есть? Как это есть? Подождите, ребята, ну давайте я открою. Давайте загуглим. Ну, в списке Main Wikis ее там нет. Может быть, она есть где-то в Pre-Alpha Wikis, например. Но в Main Wikis, ребята, ее нет, поэтому... Кстати, а по артефакту есть, без шуток? По артефакту есть! Офигеть! Так вот. А там есть раздел «Несостоявшиеся игроки»? Обидно же. Там, знаешь, самое классное? Там даты трансферов. Последний трансфер 10 сентября 2019 года. Нейман ушел из Virtus.pro в никуда. И все трансферы из артефакта — это из команд в никуда в итоге поуходили. Да, довольно грустно выглядит, на самом деле. Мария. А что Нейман забыл в артефакте? Он же в Hearthstone хорошо играл. Ну так это ж рекрент. Ну вот ты дисциплину, что ли, никогда не менял? Вот и он, ну, там... Не на худшую дисциплину, ну типа... Я, слушай, наоборот, а мне обгрейдился. Вот, а мне Миша, кстати, говорит, что в Альфа Викис FIFA, да, то есть она прям не в не на главной возможно. Странице. Слушай, немножко. Ну тогда мы сейчас подумаем, что нам сделать с твоим вопросом. Ну вот я просто открыл Ликвипедию, она говорит, да, что она в Альфа Викис. Dota Underlord в пре-Альфа Викис, а в Альфа Викис FIFA, короче говоря, да. Но в итоге в какой-то... Не, ну Dota Underlord менее, Dota Underlord, конечно, менее близка к Ликвипедии основной, чем FIFA, поэтому это все равно неправильный ответ. Ну, в любом случае, по FIFA я там иногда даже заходил на Ликвипедию. Да, да. То есть там есть какие-то основные турниры, там хотя бы есть сеточка, то есть хоть какая-то инфа, какие-то пару страниц каких-то фиферов можно найти. Все, все по чесноку. Мария, да. Мы закрываем первый тур, начинаем с тебя. У тебя 2 очка, у Петрика 2 очка, у Барбела пока что... Я просто записал Барбел, потому что я помню, Борис... Я спрашивал, как тебя по нику записать, он говорил Барбел. Я вот так и записал. Да. И у Рекрента 6, Рекрент пока на первом месте. Мария. Жестко. Vici Gaming, Vici Gaming Reborn, Vici Gaming Jeremy Thunder, PSG LGD, Elephant. Кому из перечисленных игроков подходит этот карьерный путь? FY, Somnus M или Maybe, Super или Eurus, он же Paparazzi. Vici Gaming Reborn, Vici Gaming Jeremy Thunder, PSG LGD, Elephant. Кому из перечисленных игроков подходит этот карьерный путь? FY, Maybe, Super, Eurus. Блин, во-первых, трудно воспринимать такие вопросы на слух. Вообще очень трудно. Ну, у меня, знаете, как, у меня стрим фуллскрин открыт, то есть у меня чат не видно, а вот вопросы я вижу. Ну, кстати, Маш, если нужно, я могу тебе еще раз список команд перечислить. Смотри, Vici, Vici Reborn, Vici Thunder, LGD, Elephant. Вот такой порядок у него карьерного пути. Варианты ответа. FY, Maybe, Super или Eurus. Вот, по идее, очень хорошей подсказкой мог бы быть состав типа Jeremy Thunder. Но я вообще хоть убей, вообще не помню. Да-да-да-да-да. Подсказка хорошая, пользоваться ей, конечно, да, невозможно. Да-да, вот... Я не знаю, давай скажу наугад. Давай скажу, что это был maybe, не знаю. Думаешь, это был maybe, да? Не, я не думаю, что это был maybe. Просто нужно что-то ответить. Это не переоценивай мои способности. Ну, давай пройдемся по порядку, например, у Супера до этого были RNG, была Team Root, были LGD Forever Young, не его путь. У Эруса были Vici, до них были такая команда, как IG Vitality, в общем, тоже не тот вариант. Maybe до LGD играл в такой команде, как CDEC, ну а FY
который в свое время был вообще, говорили о том, что он там для Вичи, да, супер определяющий игрок, они его там нашли в каком-то там далеком бородатом году, подписали на много лет, ну а потом Vici Gaming Reborn, потом Thunder, потом LGD, ну и сейчас в Elephant он, соответственно, выступает, это, естественно, FY. Знаете, что, я подумала, что FY такой древний, что, мне кажется, его киберспортивный путь был бы 18 раз длиннее. Типа начинающийся еще и с Йихом, Тунг-фу там где-то там, да, в этих... Типа да, да. Исторических. Рекрент. Ну, есть шанс отрываться, прям надо это делать. Правда, пока у нас статистика такая, что те, кто в первом раунде отрываются, потом во втором как-то обычно... Но у тебя вопрос, как у тебя дела, расскажи, пожалуйста, с такой серией игр, как GTA? Ну, смотри... Я играл на PSP в Liberty в Vice City, mm-hmm. вот, а потом я играл на Xbox в San Andreas, mm-hmm. и ко мне в комнату зашла мама на моменте, когда я избивал проститутку букетом, ну, в игре, естественно. Вот, и после этого в GTA я не играл. Хорошо, что ты уточнил, естественно, в игре, потому что при том, что представить себе сцену не в игре, было бы достаточно парадоксально. Знаешь, ты учитывая то, что очень так это спокойно и интеллигентно себя ведешь, и тут заходит мама и не ожидает таких. В общем, варианты ответа. Точнее, вопрос сначала. Кто из этих персонажей не является протагонистом GTA 5? Играл в GTA 5? Кстати, один раз я играл, я ее купил, мне друзья сказали, типа, купи и пройдем в кооперативе эти самые ограбления. Типа, они очень интересны, мы прошли одно ограбление, и я удалил и вернул деньги. Варианты ответа, в общем. Майкл Де Санта, Декстер Де Шон, Франклин Клинтон или Тревор Филлипс? Ну, Тревор точно есть. Тревор точно есть. Майкл Де Санта тоже что-то знакомое. Декстер Де Шон где-то я слышал. Я не знаю, это из GTA или нет. А вот Франклин Клинтон я понятия не имею, поэтому пусть будет третий вариант. Франклин Клинтон, думаешь, да? Да. Ну вот смотри, рассказываю тебе такую информацию. Майкл Де Санта, ты действительно слышал, он является протагонистом GTA 5. Тревор Филлипс также является протагонистом GTA 5. Декстера Де Шона ты тоже слышал, но это персонаж не из GTA 5, а из такой игры, как Киберпанк. Понял. Поэтому именно он и является правильным ответом на этот вопрос. Ну, а Франклин Клинтон тоже был, соответственно, в GTA 5, поэтому правильный ответ — Декстер Де Шон. Ну, 6 очков осталось, все еще, мне кажется, очень неплохо. Александр, вы готовы? Полностью. Так. В команде с таким названием могли бы играть Базз Олдрин, Алан Бин, Джеймс Ирвин и другие известные личности. Но в CSGO за нее выступают Infinite, Viz, Jay и так далее. Как она называется? Вариант ответа. Chiefs Esports Club, Party Astronauts, Doctors Gaming или Movistar Riders? Такой вот вопросик с легкой звездочкой, так сказать. Про кино, да. Как раз я эксперт, ты знаешь, в этих вопросах. В команде с таким названием могли бы играть Базз Олдрин, Алан Бин, Джеймс Ирвин и другие известные личности. Но в CSGO за нее выступают Infinite, Viz, Jay и так далее. Как она называется? Я, кстати, знаю, что это точно... два человека, да, в нашем шоу прямо сейчас, я абсолютно на 100% уверен, что знают ответ на этот вопрос. Так, ну это, видимо, герои какого-то там фильма или сериала, понятия не имею, что это за люди, то есть я вообще не разбираюсь ни в кино, ни в чем подобном. Точно не Movistar Riders, я знаю игроков этой команды. Вроде бы не Chiefs Sports Club, я тоже вроде как этих австралийцев, ну, знал бы их ники, если бы увидел. Party Astronauts, если честно, вообще не, такую команду в CS даже не слышал, как и Doctors Gaming. Это вопрос, поэтому достаточно сложный. Блин, ну если это какие-то Doctors, и это какая-то там клиника, и это герой какого-то сериала про больницу, это было бы классно. Либо это космонавты, и это Party Astronauts. Ну, короче, мой ответ — Doctors... Нет, подожди. 5 секунд тебе даю. 4, 3, 2, 1... Ладно, Doctors Gaming. Doctors Gaming — твой ответ. Я не слышал про такую команду вообще ни разу. Смотри, есть что-то общее между Айсбергом, значится, Алохой Дэнсом, Базом Олдрином, потому что они все Fly to Moon в свое время осуществляли, так сказать. Базз Олдрин, Алан Бин, Джеймс Ирвин и другие известные личности являются астронавтами. Базз Олдрин, в частности, вместе с Армстронгом, по-моему, высаживался как раз на Луну, если я правильно помню. Да. Насчет Алана Бина и Джеймса Ирвина, я... Борис, ты слышал про таких ребят? Ирвина слышал, Бина, по-моему, нет. Да, ну, в общем, партии астронавты, в общем-то говоря. Ну что ж... Было действительно близко, ты круто отбросил две опции, но с докторами немножко не пошло. Итак, Борис, завершаем первый тур.
Можешь догнать регрента, можешь не догнать. Звучит твой вопрос так. В названии этой команды по Dota 2 есть аллюзия на League of Legends. В 2015 году за нее играли Евар и Себ. Сейчас такого тега не существует. Какому из перечисленных вариантов соответствует это описание? Варианты ответов. Sneaky Nicks Assassins, Champions of Summer's Rift, Team Shakira или League of Lovers? Вот такой вот вопросик. Да, ну команду я такую, конечно, не вспомнил с 15 года. Никакую из этих. А ты как вообще с Лигой Легенд? Дружишь, не дружишь вообще? Что-то знаешь? Не, не дружу. Mm-hmm. Не дружу ни с чем, кроме Dota из вот таких. Можешь еще раз варианты повторить? Давай, Sneaky Nicks Assassins, Champions of Summer's Rift, Team Shakira или League of Lovers? Ну, Nicks Assassins — это дотка, то есть это мы можем, наверное, выкинуть. League of Lovers, это звучит как прозрачная аллюзия на Лигу Легенд, вот, но... По подсказке Петрика надо работать в такой ситуации, получается. Да, да. Или на следующем вообще... уровне логики надо работать по сравнению с... Это мы в покер уже играем, да, так немножечко? Да, да, да. Блеф, дабл блеф. Так, а две средние, повтори, Champions пожалуйста. Of Summer's Rift или Team Shakira? Ну вот слово Rift почему-то у меня ассоциируется с Лигой Легенд, короче. Может вот это. Короче, Champions of Summer's Rift. Вот это мой ответ. Champions of Summer's Rift. Твой ответ. Да. Ну что я могу сказать? Summer's Rift называется карта в Лиге Легенд. И ее чемпионами в свое время, в 15 году, действительно играли Евар и Себ в команде под таким названием. Борис зарабатывает еще 2 очка. Пока там в чате у нас спамятся, так сказать, Barbell Squad и EasyY. Там в чате пошла довольно активная паста, но Борис действительно зарабатывает еще 2 очка. И таким образом у Рекрента Бориса по 6, у Инверна 2, у Петрика 2. Ребята, мы переходим таким образом во второй тур. Рассказываю вам его правила. Правила очень простые. У вас будет по 2 попытки. Нужно за 2 попытки дать как можно больше правильных ответов. Всем дается по 1,5 минуты. Борису, как легкий дебаф, минута будет дана. У меня есть всего 20 вопросов на каждую категорию знаний, поэтому можно скипать, это в минуса вам не пойдет. Но если вдруг вы, соответственно, все ответы ответите, то у нас закончатся вопросы. А зачем давать Борису дебаф, если он не будет все равно участвовать в финале? Ну, мне кажется, да. То есть даже какой смысл дебафа? Смотри, Петрик, потому что у меня закончатся вопросы, я буду сидеть 30 секунд на него смотреть влюбленными глазами. Что делать будем? Ну, Без ты мне их не показываешь мне их на экране, то тогда вряд ли. Он не успеет, если это надо прослушать сначала, понять. Если вы настаиваете, если в любом случае не выходит в финал. Ну так пусть покажет свой максимум и вот сейчас запомнится нам как... Это вызовы прямо пошли. Да. А если кто-то из нас может его обойти, то то вообще тогда вопросики. Хорошо. Ребят, категории знаний, которые у нас сегодня есть, если что, они звучат следующим образом. Естественные науки, социальные науки, формальные науки, гуманитарные науки, лор, такая есть у нас категория, искусство, мифология и секрет. Вот такой вот... Лор — это врач в больнице или это история какая-то? Да, это Доктор's Gaming. Доктор's Gaming, да, это именно оно. Вот если бы это было самому и по Доте, то категория секрет была бы сразу понятна. Почему? Карьерный путь Пупея. Ничего себе. Так, может быть, карьерный путь Ябзора? Смотрите, ребята. Или FY. FY не играл в секрет. Это внезапно. Но для Марии это секрет. Одному из вопросов. Смотрите, по 2 очка у Петрика и у Инверна. У нас начинают всегда ребята, у которых меньше очков, чтобы у них была иллюзия выбора, так сказать. Все вопросы так или иначе связаны с киберспортом. Маша начинала первый тур. Саш, давай ты начнешь второй, если ты не возражаешь. Потом будет Маша, потом будет Борис, а потом будет Рекрент. А ты выведешь на экран список всех этих? Список тем, категории. А я их просто, давай я в конференцию просто скину. Давай, все давай. Категории знаний, чтобы ты понимал, соответственно, вот так вот. Еще раз. Естественные науки, социальные науки, формальные науки, гуманитарные науки, лор, искусство, мифология, секрет. Так. Ну давай начнем с гуманитарных наук. С гуманитарных наук. Да. Ты гуманитарий по жизни больше? Вообще, да. Ну, то есть, Тут просто можно ответить как вообще да, или вообще да. То есть, если ты
стопроцентный гуманитарий. Ну, в школе я не любил там алгебру, геометрию и так далее, поэтому пошел на журналистику. Ну, поэтому, да? Конечно, я больше гуманитарий. Я почему-то думал, что ты больше как раз любишь такие науки, но... Но при этом, знаешь, мне я люблю там статистику собирать, люблю какие-то данные обрабатывать, но как-то вот это соединяется, но при этом я как бы вообще не шарю там математики и так далее, поэтому как... Вот сейчас Саша сказал алгебра, геометрия, и я прям подумала, что я очень много лет вообще не произносила слова алгебра, геометрия. Да, есть... да, да. Не, ну а почему? Говорили, не, геометрию типа, я точно произносил, что-то. Потому что там, знаешь, типа, аля, что-то геометрическое там, ну как-то... А, ну типа, да, сережки там покупаешь геометрические. Ну да, да что-то так. Ну да, у меня, кстати, такое... У меня такое каждый второй день, Маш, ситуация в жизни. Жиза, реально. Геометрия, кстати, очень важное понятие в кейсе, то есть именно в плане там стрельбы, именно выбрать правильный угол для того, чтобы пикнуть соперника, то есть на самом деле игра в кейс это очень... Ладно, ну признайтесь, слово алгебра мы все не говорили. Слово алгебра, безусловно, это самое бесполезное слово вообще. Ну, жизнь, Саш, к счастью, взрослый. Тебе не придется с ним сталкиваться, с этим словом, потому что у нас гуманитарные науки, и у тебя есть 1.5 минуты, чтобы дать как можно больше правильных ответов из 20, и твое время начинается прямо сейчас. Какая киберспортивная организация ранее была известна под названием Gamers 2? Правильно. G2. Устройство приспособления гаджет. Каким синонимом к этим словам является никнейм одного из игроков NAP? Девайс. Правильно. Какой игрок в CSGO использует фамилию Королевы Клинков и StarCraft в качестве никнейма? Кого используют? Фамилию Королевы Клинков и StarCraft 2 в качестве никнейма. Нет, дальше. Это Керриган. Как раньше называли водителя гужевой повозки, а в мире Counter-Strike называют киберспортсмена, игравшего за Virtus.pro, HellRaisers и Forza? Как называется водитель гужевой повозки? Кучер. Кучер, правильно. Первые две буквы из названия команды Fnatic — никнейм дотера из Украины. А в какой команде он играет? FNG. Не знаю, какая команда. Нет, без Team понятия. Unique. А сколько букв H в никнейме Shadowveha? 3. Нет, 4. Иногда Get Right называют Тотте. Назовите его настоящее имя, зная этот факт. Кристофер. Кристофер, это правильный ответ. Как в Warzone называется новый режим, похожий на мафию и Among Us? Понятие дальше. Называется он двойной агент. В каком году в Dota 2 появилась система MMR? 2013. Правильно, наказание, отмщение, возмездие. Какой синоним этих слов обычно используют лесники в League of Legends? Дальше. Кара, какой титул монархов чаще всего используется в никнеймах киберспортсменов? Кинг, король. Правильно. Какой язык является родным для фейкера из Т1? Корейский. Правильно. Никнейм какого игрока в Dota совпадает с названием компании, создавшей StarCraft, Warcraft и Overwatch? Blizzard. Правильно. И последний вопрос. Какой киберспортсмен известен под никнеймом, которым называют мужчину тюркской народности и коренного жителя Чувашской республики? А можешь еще раз вопрос повторить, пожалуйста? Какой киберспортсмен известен под никнеймом, которым называют мужчину тюркской народности и коренного жителя Чувашской республики? Пять секунд даете. 4, 3, 2, 1. Чувашец, я не знаю. Чувашец — это неправильный ответ, а вот чуваш, Саша, это был бы правильный ответ. 8 правильных ответов приносят тебе 10 в итоге очков. Я не знаю такого игрока, кстати, я пытался вот вспомнить чувашец, ну что-то такое, ну чувак может какой-то, но нет. 8 правильных ответов, 10 очков у Петрика. Мария, нужно догонять. У нас остаются категории знаний. Естественные науки, социальные науки, формальные науки, лор, искусство, мифология и секрет. Я выбираю мифологию. Мифологию. Она у тебя, наверное, была очень неплохой во времена твоих участий в «Самых умных», да? Да. Вот наряду с книгой «12 стульев» моими любимыми книгами в детстве были всякие книги как раз по мифам, по вот этому всему. Просто сердечко. А какие больше всего? Греческие, римские или... Ну, слушай, я бы так сказала. Греческая мифология — это какой-то своеобразный дефолт, мне кажется, был, в который все были в той или иной мере погружены, потому что это вроде как в школе проходили, всякие там мультики Геркулеса были. И потом мне в руки попала энциклопедия, где была, значит, скандинавская, индуистская мифология, что-то такое, знаешь, менее мейнстримная. И вот там я тоже зачитывалась, так сказать. То есть ты за все вот. Греческая, наверное, просто дефолт такой. Ну, знаешь, как ни странно, мне кажется, вот, например, славянскую мифологию не очень хорошо знаю. Хотя, казалось бы, да, стоило бы, наверное. Так что не всю. Хорошо. Значит, ты выбрала категорию мифология. У тебя будет 1.5 минуты. Ты готова? Да. Ты выбрала категорию мифология. Твои 1.5 минуты начинаются прямо сейчас. Сколько лепестков было у клевера на логотипе старой команды Саксы, Пайката? Да, правильно. Какое змееволосое древнегреческое чудовище можно найти на скинах в CSGO? Медуза Горгона? Правильно. Как называется команда, которая позаимствовала имя у морского чудовища, упоминаемого в Танахе?
в пас Тайдхантер, Левиафан, что такое? Левиафан — это правильный ответ. Как зовут персонажа Валорант родом из России, если известно, что, где, когда они бывают хрустальными и бриллиантовыми? Сова. Правильно. Прототипом какого персонажа древнеегипетской мифологии является шакалоголовый Насус из Лола? Анубис. Правильно. Протагонистом какой игры является Кратос, спартанский воин, служащий олимпийским богам? God of War. Правильно. Какой герой Dota 2 цитирует Макбет Шекспира? Пас. Бэйн. Какое место занимает Team Spirit в рейтинге HLTV, если известно, что столько же подвигов совершил Геракл? 12. Правильно. Какое древнегреческое чудовище вскоре присоединится к Сцилле в игре Смайт? Харибда. Правильно. Сколько в League of Legends стоит ботинок, если известно, что такое же количество спартанцев сражалось за царя Леонида? 300. Правильно. В честь кого названа команда по Apex Legends, на логотипе которой изображен верховный бог в германо-скандинавской мифологии? Бог какой-нибудь Один, а дальше не знаю. Один Геймерс, правильно. Один, как называется рогалик, созданный по мотивам древнегреческих мифов? Рогалик, пас. Хейтс. Под каким никнеймом известен игрок в CSGO из Liquid, если также принято называть пса-посланника смерти в мифах Англии и средневековой Европы? Блин, пас. Вертится, но нет. Грим. Лидером какой нации в Civilization 5 является Навуходоносор 2? Индия. Нет, Вавилон. Принцессой небесного светила является Мирана из Dota 2? Луна. Правильно. Какая организация названа в честь богини лыжников? Последний вопрос для тебя. Пас, нет, не знаю, лыжников никаких. Организация это называется Скейд. Вот такой вот получился тур. Мне кажется, кстати говоря, именно на общие вопросы довольно много было для Марии тут. Это 11 правильных ответов и 13 всего становится счет у Марии. Жестко. Боря, ты, наверное, на все эти же вопросы плюс-минус, да, ответ? Что-то было простое, что-то было сложное. Да, но вообще интересная категория. Я тоже в детстве очень-очень любил мифологию. Я ее, собственно, профессионально играл, когда играл в «Самый умный». Так что было интересно. Выбирай. Есть естественные науки, так. Есть социальные науки, есть формальные науки, есть лор, есть искусство и есть секрет. Меня, конечно, тянет попробовать лор, но я не все... То есть дотовский, варкрафтовский я вспомню, а какой еще здесь может быть, я не знаю. Это может быть, короче, проблемное. Формальные науки — это у нас... Я даже, честно сказать, не помню, что такое формальные науки. Это математика у нас. Математика, там статистика, вот, ну, вот такие всякие штуки. Нет, это я не хочу. Считаю я плохо. Между естественными науками и лором я колеблюсь, конечно. Чем будет интересно лор от мифологии вообще отличаться? Ну, лор — это касательно непосредственно игр. Это, собственно, в самих. Но вот насколько я хорошо это помню, это прям рисковая тема. Давай естественные науки попробуем. Естественные науки. Хорошо. Ты выбрал категорию естественные науки. У тебя будет 1.5 минуты. Ты на 30 секунд больше, чем когда-либо, так сказать, давалось в самом умном. Ты готов? Давай. Читать очень быстро, обычно. Читай так же, как Маша. Если что, я Супер. Скажу тебе быстрее. Хорошо. Твое время начинается прямо сейчас. Какого героя в Dota 2 называют Земелья? Earth Spirit. Правильно. Название какой немецкой организации переводится как «Росток», что и отражено на ее логотипе? Не знаю. Спраут. Какой игрок в PUBG в качестве никнейма использует название «Степной лисицы»? Койот. Нет, Корсак. В какой стране была основана организация «Хероик»? Великобритания. Нет, Дания. Какой игрок в CSGO из OG раньше изучал неврологию, а его никнейм лучше не мочить? Манту. Правильно. Как называется игра, действие которой происходит в волшебном лесу под названием Нибель, в центре которого растет дерево духов? Magic Forest. Ori and the Blind Forest. Нет. Игрок с каким лекарственным растением в никнейме играет за Team Unique по CSGO? Зверобой. Не Шалфей. Из какого растения и в Майнкрафт, и в реальной жизни можно сделать хлеб? Пшеница. Правильно. На какой карте PUBG больше всего песка? Сэнд. Нет, Мирамар. Какое дерево было изображено на лого команды «Наташа ищет парня», созданный артстайлом? Какое дерево было изображено? Береза. Нет, ёлка. Он же ёлки продавал. Как обычно называют ракообразное, которое ползает по реке в League of Legends? Не знаю. Краб. Как в Dota 2 называют энта по имени Руф Треллен? Энд в Dota 2? Да. Ну, типа, хранитель леса или как он? Господи. Он называется Тренд Протектор. Как какой Trend цветок Protector. Изображен на рукояти скина Dual Beretta с баланс? Роза. Роза, это правильно. Какой игрок в Overwatch ушел из киберспорта ради выращивания овощей и фруктов? Не знаю. Хорошо, последний вопрос. Что изображено на логотипе Dota 2? В смысле, тебе описать его или что это что, такое? Что на самом деле зашифровано в логотипе Dota 2? Что там изображено? И это относится к естественным наукам?
Ну... 4. Не знаю, метеорит. На логотипе Доты изображена карта Доты. Три линии, соответственно... А, прикольно, кстати, я об этом забыл. Серьезно? Ну да. Ну то есть красный вот этот логотип, и по центру линии у тебя три линии, по которым все как бы и будут идти. Борис, ну, тема была жесткая, поэтому я уверен, еще будет вторая попытка. Правильный выбор темы — это всегда очень важно, так что... Да. Четыре правильных ответа, итого 10, два фонтана и река. Ну, или так, да. Или так. Боря, мы все равно за тебя болеем. То, что ты поддался в первом раунде, нас не остановит. Вот прилетает сообщение из чата прямо сейчас. Рекрент, ну и последний ты у нас на этом туре, соответственно. Ну, я, как обычно, формальные науки. Формальные науки ты выбираешь. Да. Ну, давай попробуем, давай попробуем. Ты готов? Полторы минуты, все дела? Да, поехали. Отлично, твое время будет начинаться прямо сейчас. Сколько героев были доступны для выбора на первом The International? С точностью до 5, нужно сказать. 34. Нет, 46. Сколько процентов здоровья за каждое использование восстанавливают бинты в PUBG? 10. Правильно. Какую цифру хвост использовал в автографе? 0. Нет, это цифра 4. Кто выиграл больше призовых за карьеру, Пупе или Куроки? Куроки. Правильно. Название какого мультипарадигмального языка программирования использует в качестве никнейма игрок Unicorns of Love? Да, правильно. Сколько мест в баге из PUBG? 2. Правильно. Сколько букв в никнейме Матумба Мэн? 2. Нет, 10. Сколько дробовиков в CSGO? 3. Нет, 4. Сколько всего соревновательных регионов есть в Dota 2? 4. Нет, 6. Какое число есть в никнейме керри команды Т1 по Dota? 1. Нет, 23. Сколько патронов в магазине оружия Крабер из Apex Legends? 5? Нет, там всего 4 патрона. 4. Сколько специализаций у класса друид World of Warcraft Shadowlands? 3. Нет, 4. Сколько раз Флюша выигрывал мейджор по CSGO? 2. Нет, 3! Сколько способностей ультимейта инвокера? 10. 10 — это правильно. За сколько долларов на станции покупки можно вернуть напарника в бой в Warzone? 4000. Нет, 4500. Сколько максимум карт может быть в руке игрока в Hearthstone? 9. Нет, 10. Сколько голды стоит свиток портала в Dota 2? И это последний вопрос. Сколько голды стоит ТП в Dota 2? Ну, сейчас сотка вроде стоит. Сотка — это абсолютно правильный ответ. Как же просто, мне кажется, это просто-просто не везло. Просто не да, везло. Выкуп 4000, если что. 4500 — это... Уверен, да? Ну да, 4500 — это self-revive, наверное. Хотя нет, он тоже 4000. Да там все 4000 стоит. 4000, пишет чат. Все, значит, 6 правильных ответов, значит, 7 правильных ответов, итого 13 становится у рекрента. Ну и хорошо. Сколько же раз я не попал просто... На один, два, три, девять, десять. Мне кажется, такое бывает, знаешь, именно когда вот когда начинаешь правильно попадать, то ты прям продолжаешь правильно попадать. Когда перестаешь попадать, оно вот так и получается. 13 у Марии, 13 у рекрента, 10 у Петрика, 10 у Бориса. У нас вот такие идут дела. Начинал у нас первым Петрик, Александр. Нужно дать минимум 3 правильных ответа, а лучше, конечно, штук 10. У нас есть следующие категории для тебя. Социальные науки, гуманитарные науки, лор. Не, гуманитарные я уже выбрал. А, гуманитарные ты брал, да. Социальные науки, получается. Лор, искусство и секрет. Социальные науки, интересно, какие именно там будут? Если там какая-то история, география, то это будет приятно. Если это там что-нибудь посложнее, то это будет неприятно. Ты можешь сказать, какие там науки будут или так? Ну, такое, знаешь, там социология, там какая-то, возможно, языкознание какое-то, возможно, чуть-чуть. Ну, там всего по чуть-чуть, всего по чуть-чуть. Я вот думаю между этим и секретом. В секрете у тебя всегда что-то смотри, приятное. Смотри, юриспруденция, экономика, психология, филология, лингвистика, риторика, социология, история, политология, педагогика, культурология, социальная география, антропология. Как у тебя с этим? Я тоже в Википедии глянул, ну, что такое тогда социальные науки. То есть я проверил, да, какие туда входят, и это немного страшно, если там действительно это, но... Назови, короче, ладно, знаешь, давай. Назови дотера по черепу, вот будет там, антропология какая-нибудь или что-то такое. Нет, определи дисциплину по черепу, наоборот. И там просто, знаешь, вот такой вот череп, и ты такой, Майнкрафт, правильно! Фортнайт, еще очки добавляем! Ой, извините, вырвалось. Короче, давай, я хочу тогда выбрать, блин, не знаю, не могу определиться.
Лор. Бери секрет на мужика. Кстати, есть секрет на мужика? Монетку брось. Вот я и думаю между секретом и социальными науками. Ну, у Миши секрет это либо легкотня, либо вообще жопа жопная обычно. Да, это 50-50. У Миши, кстати, жопа реально секретная вообще максимально, если что, ребят. Так что... Ладно, я тогда беру секрет. Поехали. Секрет. На мужика. Ты знаешь, у нас последние несколько передач, нам настолько понравилась эта категория, что у нас в категории секрет зашифровано одно и то же. Вот последние все передачи. Опять Алиэкспресс? Киберспорт с Алиэкспресс. Объясняю для всех зрителей, кто не в курсе, для Бориса. В чем суть? Я буду называть несколько терминов. Например, топ-1, Саня, Авик. Очевидно, Петрик. Нужно сказать Симпл. Ну, или Петрик, да. Оба, тут вопрос дуальный получился, конечно, да, оба версии подходят. В общем, по нескольким терминам нужно назвать зашифрованную, так сказать, личность, персонажа, предмет, героя, карту, все что угодно. Ты готов, Саш? Ты да, выбрал категорию поехали. Секрет. Жопа жопная, как известно, это у нас категория именно так и есть. Да, и в конце я тебе задам, как и обычно у нас бывает в рамках нашей спонсорской интеграции, вам надо будет ответить, кто выиграет, не задумываясь вообще абсолютно, как и обычно. Ты готов? Да. Ты готов. Итак, мы начинаем прямо сейчас. Dota 2, Team Spirit, Carry. Дальше. CSGO, секс, бог. Xepower. Нет, Дося. Брэндон Грин, игра, королевская битва. PUBG. Правильно. Apex, герой, портал, голоса из пустоты. Дальше. Рейвс. Стример, в Race King, Винница. Папич. Правильно. Dota 2, 1%, лунные факты. Дальше. Фаник, Warcraft 3, вождь Орды. Фаник, дальше. Трал. Игра, экипаж, предатель. Экипаж, предатель, Among Us. Правильно. CSGO, NAP, снайпер. Девайс. Правильно. PUBG, карта, сосновка. Блин, я не помню, как они там называются. Дальше, короче. Эрангель. Йордл, грипп, лол. Факер. Нет, Тима. Valve, виртуальная реальность, халфа. Half-Life VR, не знаю, что дальше. Игра называется Half-Life Alyx. CSGO, игрок, Гамбит, Казахстан. Хоббит. Правильно. Overwatch, герой, лучник. Дальше, не помню его. Ханза. CSGO, мейджор, Берлин, чемпион. Астралис. Правильно. Apex, команда, Nine Impulse. Na'Vi. Нет, Firebeavers. Dota 2, герой, Хук, Дэнди. Пуч. Правильно. StarCraft, чемпион, Финляндия. Дальше. Сэрл. Симулятор, футбол, Канами. PES. PES — это правильный ответ. И последний вопрос. Кто выиграет в матче Fnatic Rising, Na'Vi Junior сегодня? Fnatic Rising. Запомнили. 8 правильных ответов, Александр. На самом деле добавляют нам интриги, потому что ничего абсолютно еще не понятно. У тебя 18 правильных ответов, но... Ну, а можешь повторить вопрос про Досю? CSGO, секс, бог. Окей, все. Я бога не услышал, поэтому ошибся. Но с Xbox знаете, знаете, что мне показалось? Что в последнем вопросе Петрик просто сказал пас, и ему такой, правильно. Ты же а какой был последний вопрос? А, пес, ну да. Ну, про эволюцию сокер, конечно. Я понял, я услышал пас, я думаю, нифига. Это правильно. Это читы. Все куплено. Что должен дать футболист другому футболисту? Пас. Правильно там. Что делают волшебники своими руками? Пасы. Правильно. Поехали. Так, будем просто целый раунд отыгрывать. Мария, секрет уже отыграли. Да. Остается у нас искусство, получается, да? У нас остается лор, и у нас остаются социальные науки. Как у тебя? Ну, знаешь, социальные науки очень привлекательно выглядят, но искусство тоже ничего так выглядит. Согласен. Ну, вот я переживаю в искусстве за то, что сейчас будут какие-то русские рэперы, как ты любишь. И что-то пойдет не так. А, знаешь, поэтому... будет вопрос, типа, там, кто насадил на дуло, так сказать, всех своих соперников в War Thunder? Понимаешь, я уже эту шутку не считываю. То есть это уже вообще для меня другая вселенная, все, что ты сейчас сказал. Понял. Ну, просто, это, смотри, это тот же рэпер, который поет про успех, там, про то, как надо в жизни всего добиваться, в общем. Он а, сам... то есть вообще любой рэпер в мире, поняла? Да. Ладно. Маш, надо выбирать категорию. Ладно, давай социальные науки. Социальные науки. Нормально, я сейчас напугался своим дулом и War Thunder, что я, типа...
Ну, Маш, мне кажется, в жизни ты в социальных науках разбираешься очень хорошо, скажем так. Поэтому и в игре, уверен, у тебя все получится. Ты готова? У тебя будет 1,5 минуты? Да, да, давай. Нужно дать как можно больше правильных ответов. И твои 1,5 минуты. А, кстати, вопросик тебе тоже будет в конце. Ой, вопросик будет. А, начинается время у тебя прямо сейчас. Да. Какая команда прервала серию из 87 побед Ninjas in Pyjamas, обыграв их в финале Star Ladder Star Series 5 по CSGO? Нави? Нет, Virtus.pro, Маш, ну мы же проходили уже. Какой игрок из России играл за LGD International на третьем International? Год. Правильно. Что в Dota 2 можно купить в основной лавке вместе с Сашей или Скайей, а в PUBG это белорусский игрок из Virtus.pro? Правильно. Бантай, Пайтнан, Татмок. На какой карте PUBG находятся эти города? Мирамар? Нет, Санок. Как называют человека, состоящего в масонской лодже, а также американского дотера? Масон. Правильно. Чем является PG-117 в PUBG? Оружием? Нет, это катер или лодка. Какое звание в шутку присвоили Мерлине? Блин, Зевс, Год, что-то такое. Не, офицер, офицер Мерлине он был. Кто по итогам TI-10 станет единственным игроком, который участвовал во всех турнирах серии? Okay. Правильно. Какую команду под каким тегом раньше часто называли русские витязи? ВП. Правильно. Какая киберспортивная организация первая в мире вышла на IPO? Пас. Астралис. Назовите жанр игры Realm Royale. Battle Royale? Да, правильно. Как зовут русскоязычного менеджера команды OG? Влада Захлебина. Правильно. Какой никнейм носит Riffler Complexity Gaming, если известно, что этим же словом на сленге называют программные настройки? Софт? Нет, конфиг. Как называется наивысший ранг в CSGO? Global Elite. Правильно. Какая команда стала чемпионом европейской квалификации на TI-10? OG. Правильно. Какого игрока в CSGO из Virtus.pro часто путают с эпатажным стримером из-за идентичных никнеймов? Из Virtus.pro... Не, пас. Бустер. И последний вопрос для тебя, Маш. Это 9 правильных ответов. У тебя кто победит матч? Вичи Элефант. Не думая просто. Вичи Элефант. 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 Хорошо. Значит, у нас сегодня Фнатики и Элефанты будут как версии от наших участников. Замечательно. Мария, это 9 правильных ответов. Если я правильно посчитал, сейчас мне в чате еще подскажут. И таким образом у тебя становится 22 правильных ответа. Получается, Маша уже в финале. Маша уже, получается, в финале может немножечко даже зачилить. На расслабоне, так сказать, начали. Да, но все будет решаться. Весь вопрос, наберет ли рекрент 5 очков или нет. Потому что на самом деле это кажется максимально легко и очевидно. Но, блин, иногда бывает такое, что вот когда тебе остается там 2-3 очка буквально, уже начинается такая поплава. Но, да, нет, прикол в том, что... Да, договори. Ему останется, судя по всему, лор. И это может быть с подвохом такая категория. А может быть простая. Но меня Мария очень напугала тем, что в искусстве у тебя рэперы. Я трэпчик особо не слушаю. Я так-то думал брать искусство, но сейчас я, короче, переживаю. Тут, был вопрос про кого? Про Чайковского в начале. Да, это было нормально. А про рэпера ни одного вопроса не было до сих пор. Вот они все сюда попадут, очевидно. Так, у меня 10 баллов, да? Да, да. Нужно дать 13 правильных ответов сейчас. Есть категории искусство и лор. Ты хотел выбрать лор. Ну, с лором, блин, будет там вопросы. Короче, я буду позориться, что я не помню, кто кому отцом и сыном в доте приходился. То есть это я как раз сейчас повспоминал, но я не уверен, что у меня получится это прям быстро все повспоминать. Искусство. Ну, давай искусство. Все-таки думаешь искусство. Может, лор? Может, оставим рекренту, так сказать, с искусством разбираться? Да нет, да, я лор отвечу нормально. Не надо мне искусство, там я вообще... Ну, Борис, искусство так искусство. Готовьте свои, ребят, биты, потому что нас ждет, так сказать, 10 основных отличий между Моргенштерном и Эльваном сейчас. Борис, позориться так позориться. А ты как вообще с рэпом реально, вот если вопрос такой? Ну, никак. Но имена рэперов я, положим, какие-то знаю, и название групп тоже знаю. Но если ты мне сейчас скажешь, что там куча рэпа, то я могу и передумать. Угу, угу. Понял. Ну, посмотрим. Возможно, после этого тура тебе нужно будет взять никнейм Лил Борис уже, а не просто Борис. Поэтому 1,5 минуты у тебя есть. Ты выбрал категорию искусства. Ты готов? Давай. Они начинаются у тебя прямо сейчас. Кто возродил организацию Moscow Five в 2014 году, если известно, что в группе с таким же названием пел Курт Кобейн? НС. Нет, Нирвана. Продолжите Nirvana, строчку Nirvana. Из песни Айова, использовав никнейм игрока Нави по CSGO. Сезон танцев открыт, пульсом бьет. Бит. Бит, правильный ответ. Назовите никнейм филиппинского дотера, позаимствованный у парня куклы Барби. Кен. Правильно. Как называется полосатая нательная рубашка с рукавами, которую на релизе выдавали русскоязычным игрокам в PUBG? Тельняшка. Правильно. Какой народный танец Лизгин танцует джин из League of Legends?
Лизгинка? Правильно. Какой рэпер заявил, что Virtus.pro выкупила его контракт у Black Star? Тимати. Нет, Эльван. Никнейм какого игрока в CSGO и Valorant и популярное мобильное приложение, определяющее, какая песня играет, отличаются одной буквой. Шазам. Правильно. Какой спонсор OG, согласно вирусной рекламе, окрыляет? Red Bull. Правильно. В известном детском мультсериале про кота Тома он был мышью, но он просто играет в CSGO за Форзы. Кто это? Джерри. Правильно. С кем связаны мемы Молотов и Кибершкола? Не знаю. Зевс. Кому принадлежит фраза из колеса чата Dota 2, это уже попахивает фидом? Каспер. Каспер, это правильно. Продолжите фразу «Победа-победа» вместо... Не знаю. Вместо обеда. Фанатом какого жанра электронной музыки является соло? Рейв. Нет, драм-н-бейс. Под какую песню группы Мираж был сделан скандальный трейлер Atomic Heart? Не знаю, музыка нас связала. Да, правильно. Никнейм какого дотера означает костюмированный бал или драму Лермонтова в четырех действиях? Маскарад. Правильно. На логотипе какой организации изображена лошадь, из-за чего ее игроков часто называют лошадками? Хорсис что-нибудь. Team Liquid. Нет, последний вопрос. Какой огненный герой Dota 2 является фанаткой рок-н-ролла? Лина. Лина, это правильный ответ. 11 правильных ответов от Бориса только что было. Итого... Мария, аплодисменты. Итого... Ну подожди, еще у нас сейчас реквент может Марию обогнать. Нужно будет дать больше 9 правильных ответов. Шикарно, 11 правильных ответов. Мне уже грустно, что я искусство не отвечал. Я вот пальцы загибал, у меня тоже 11 получилось. А ты музыкой ты связался-то, нет, в итоге? Не, вот это нет. Ну там я из того, что Борис не ответил, Зевс, Ликвид и еще какой-то вопрос. Вот. Но некоторые это тоже... Ликвид, да, нормальный вопрос, я тупанул. Но все равно отличная попытка, на самом деле, мне кажется. Спасибо, друзья, за поддержку. Да, там, ну, Барбел Сквад в чате весь, вот, он там целиком заполнен. Реквент. Нужно дать 5 правильных ответов, чтобы обогнать Петрика, и 9, чтобы, так сказать, показать Марии перед финалом, если уж прям... Смотри, а если 5 у нас одинаково, что мы делаем? А мы еще какие-то дополнительные вопросики прогоним между вами, Александр. Так что... Так, у меня лор, да? Тебя, лор. Ты готов? 1.5 минуты? Да, будет. Да, давайте. И они начинаются. Тебя прямо сейчас. В честь какого популярного в арабских странах метода гадания Мипа получил прозвище? Пас. Геомантия. Геомант, соответственно. Как в League of Legends зовут демоническую девятихвостую лисицу? Пас. Ари. Как называется временный военный союз между Альянсом и Коалицией в Call of Duty Modern Warfare? Пас. Называется он «Согласие». Какая карта в CSGO является территорией атомной электростанции Седер Крик, которая расположена Нюк. На севере... Правильно. Какие мифологические полулюди-полукони сражались на арене Амекса из Дота... Правильно. Какое чудовище из Шотландии можно найти в Apex Legends? Не знаю. Лохнесское чудовище. Какой герой в Дота 2 после взрыва сверхновой превратился в мифологическую птицу, чтобы нести Феникс. Тепло... Правильно. Как называется традиционная форма организованной преступности в Японии и одноименная серия игр? Якудза. Правильно. На какой карте в CSGO есть нарисованные колокола? Инферно. Правильно. Какой герой Dota 2 был адмиралом могущественного флота? Кунка. Правильно. Чем умеет управлять Люкс из League of Legends? Воздухом. Нет, светом. Люкс же. Какой герой Dota 2 был мудрецом клана медведей? Друид. Да, правильно. Какой город самый крупный в Кастовии? Верданск. Правильно. Задачей какой операции в CSGO являлись поиск и уничтожение террориста подразделения Феникс Чейса Тернера? Феникс, что-то там. Не, Bloodhound. Как называлась ныне разрушенная тюрьма древних в Dota 2? Не знаю. Mad Moon. Какое членистоногое было изображено на логотипе операции «Расколотая сеть» в CSGO? Скорпион. Нет, паук. Как называется супермаркет в Верданске из Warzone? Суперстор. Называется он Атлас, насколько у меня есть информация. Есть ли такой супермаркет? Слушай, ну в старом Верданске точно был, в новом, не знаю, так же, наверное, называется. Есть, говорят тут в чате все, да. 8 правильных ответов, итого у рекрента становится 21 очко. Замечательно. Борис, 21, рекрент 21, Инверно 22, Петрик 18. Ребят, очень близкая борьба была у нас в полуфинале. Прям потрясающе. Борис, как тебе вообще киберспортивные самые умные? Прикольно, слушай, ну мне в первую категорию я выбрал, конечно, жесткую, да, я не настолько хорошо много всего знаю, но в целом вопросы интересные, да, и как бы ребят большие молодцы, очень много всего из всего мира игр и вообще знают, так что было круто поиграть, очень достойно, вообще ребята вы большие молодцы, очень круто, очень круто.
Так что спасибо, спасибо за приглашение, спасибо чату за поддержку. Спасибо Мише за то, что делает такие крутые интеллектуальные проекты. Вообще все супер. Вот бы Борису, да, стримы, конечно, на Твиче еще начать подрубать когда-то. Как мы договаривались полтора года назад уже, но пока да, еще... Да. Ну, слушай, нет, ну давай, давай, короче, вот когда? В ноябре можно будет попробовать. В ноябре, получается, можно будет попробовать. Ну, ладно, во второй половине октября. Он выбирает как можно более дальнюю дату, чтобы все забыли об этом обещании. Соскочить. Саш, тебе тоже огромное спасибо за участие. Прекрасный ты провел у нас сезон. Вот, боролся плотно. Две игры прошел, получается. Причем одну так очень клатчево, по-моему, да, прошлую ты же там заскочил. Там прошлое вообще на халяву я проскочил в финал. Там повезло. Ну вот сегодня уже такого везения у меня не было, и все закономерно. Ребята вышли в финал, красавчики. Спасибо вам большое, ребят, за участие. Мария. Дмитрий, мы с вами отправляемся в финал. С ребятами на сегодня прощаемся, ребят. Спасибо вам большое еще раз за участие. Пока-пока, друзья. Давайте, спасибо. Пока-пока. Спасибо. Давайте. Всем так. Пока. А мы прямо сейчас быстренько подготовим финальный раунд. И так, у нас... Вопросы напишите? Да, да, конечно, вопросы напишем. Ну, у нас, так, Мария и Рикрент будут участвовать. Что мне сделать? Как мне просто вот так вот, да? А давай я тебе просто вот так. Просто кикни меня, и все. Это вообще с удовольствием, Саш, всегда. Все, кикнул Петрика. Так, друзья, мы отправляемся в третий раунд. У нас остались Мария Гунина и Рекрент Инверно и Дмитрий Осинцев. Осинцев, правильно же, да? Да. Замечательно. Как я прошел сюда вообще? Ну, слушай, я, честно тебе скажу, максимально не удивлен. Вот прям совершенно. Сейчас, ребята, мы вебочки настроим, а то у нас просто повылетали несколько участников. Так, Мария будет здесь. Дмитрий... будет вот здесь. Так. Как у вас вообще, ребята, второй тур прошел? Вы волновались вообще? Вы вообще волнуетесь, когда играете? Нет? Потому что я, например, когда вот во всякие интеллектуальные игры играю, всегда почему-то переживания какие-то испытываю. Не, я нет. Ты нет? Не, ну, чуть-чуть, наверное, совсем. Ну, просто, знаешь, это не то, что волнение, ты просто немножко напрягаешься, аккумулируешь свои ресурсы, чтобы, типа, знаешь, так, давайте не обосремся, пацаны, вот такая мысль в голове. И да, чуть-чуть есть, наверное. Но это такое, наоборот, бодрящее чувство. То есть, знаешь, не волнение, которое тебя отвлекает и расхолаживает, а наоборот, так типа, собрался и что-то пау-пау-пау. А ты вообще, кстати, Дима, а когда играешь турниры прям супер ответственные, волнуешься, нет? Есть вообще нервное волнение какое-то? Да, не особо. Ну, очень редко, знаешь. Не то, что волнение, а как-то сказать. Ожидание, типа, какое-то? Ну нет, ну знаешь, например, вот последний круг остался там в клатчевой ситуации, и сердечко вот чуть чаще бьется, вот, но это, не знаю, пару раз такое было у меня. А помнишь последний раз вообще, когда у тебя там чуть ли не коленки тряслись, там все вот так вот вообще ничего не соображал? Такого у меня вообще никогда не было. Не-не. Ну, мне кажется, это, кстати, тоже, да, как бы для киберспортсмена довольно важное качество, поэтому как раз, я думаю, те киберспортсмены, которые больших успехов достигают, они как раз волнуются крайне редко. А, друзья, все очень просто. У нас последний тур, поскольку у нас как бы все начинаем с нуля, то есть у вас есть двое, победитель будет только один. А, у нас есть три категории вопросов. Вопросы про Доту, вопросы про, соответственно, Battle Royale и вопросы на общие знания. Всего я задам вам по 7 вопросов, потому что нам нужно определить единоличного чемпиона. Ваш ответ на свой собственный вопрос стоит 2 очка. Ответ на вопрос соперника стоит 5 очков. Ответ на нейтральный вопрос стоит 3 очка. То есть можно отвечать на свои комфортные 2 очка, можно на общие. Там может попасться все, что угодно. Может быть что-то очень сложное, может быть что-то очень легкое. Поэтому как бы рандом немножко. Ну и можно, естественно, попробовать взять вопросы соперника. Это будет стоить 5 очков. Ну и, соответственно, это очень соблазнительно. Всего у меня есть 5 вопросов по Battle Royale, есть 5 вопросов по Dota, есть 5 вопросов на общие знания. Я вам задам всего 14 вопросов, поэтому можете воровать друг у друга, можете... отвечать на общие знания. Мария у нас начинала в первом туре, Рекрент закрывал второй тур. Я предлагаю Рекренту... А, стоп, у Маши было больше очков во втором туре, Мария. Тогда выбирай ты, какой ты ходишь, первый или второй, раз у тебя было больше. Ну, я хочу, наверное, второй все-таки, чтобы, второй, так сказать, да. Прикрыть тылы можно было, да. Стратегически то есть действуешь. Хорошо. Дим, ну выбирай тогда. Своя категория, общие знания, вопросы по Доте. Что тебе, к чему ближе лежит душа? Ну, давай свою категорию, которая за 2 балла, начнем с нее. Отлично. Тогда вопрос твой звучит следующим образом. Как называется и усадьба в Тульской области, в которой родился и жил Лев Николаевич Толстой, и один из крупных городов на Эрангеле в PUBG? Вот такой вот
вопрос. Так. Я, кстати, на Эрангеле ни разу не был, но на вопрос на этот бы, наверное, смог ответить. Да, кстати, извините, ребят, я забыл. Естественно, неправильный ответ. Переходит ваш вопрос сопернику. Есть возможность дать правильный ответ за 2 очка еще. Поэтому, как бы, можно вопросы будет воровать друг у друга. Это как? В смысле, если я сейчас не отвечу? То вопрос переходит Маше, и Маша может ответить, получить при любой сложности вопроса 2 очка всегда. Вот. Mm-hmm. Я так понял. Что... Ну, первое, что в голову приходит, починки, и тут у меня все из головы вылетает, но я сейчас еще подумаю. Это был большой город наверху справа. Ясная Поляна. Вот звучит как усадьба, да? Очень похоже на название усадьбы. А что, починки не звучат как усадьба? Усадьба Льва Николаевича Толстого, починки. Не знаю, починки прям как село какое-то звучит, не как усадьба. Ну, Сосновка это вообще не город. А какие там города-то еще есть? Внизу справа это Мильта, ну точно не Мильта, бред. Даю 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Пусть будет Ясная Поляна. Ясная Поляна. Мария, ты знал ответ на этот вопрос? Да, да. Я тоже знал ответ на этот вопрос. Это действительно Ясная Поляна. Это так называлась усадьба в Тульской области, в которой родился и жил, и косил Лев Николаевич Толстой. И, по-моему, даже писал там туда, там свою «Войну и мир». Вот, поэтому... Поэтому так оно и есть. Абсолютно правильный ответ приносит рекренту 2 балла. Замечательно. Мария, выбирайте. Я тоже свою категорию беру. Тоже берешь свою категорию. Хорошо. Ну, раз тут у нас вопросики пока... Я бы не сказал, что какие-то запредельно сложные. Так, оп-оп. Вопрос, Мария, для тебя звучит следующим образом. В первой доте это буреза, для Нави это первый меценат, а в обычном мире просто оружие. Назовите его. Арбалет. Твой ответ — арбалет. Ну, подожди, сейчас объясню свою логику. Буреза в первой доте — это Дейдалус из второй доты, это криты, выглядит он как арбалет. А первый меценат Нави — это арбалет. Мой ответ — арбалет. Арбалет — это абсолютно правильный ответ. Пока без каких-либо у нас, так сказать, промахов в своих категориях. Замечательно. Замечательно, Мария. Это был первый вопрос из 7 в последнем раунде. Рекрент. Ну, можно вопросик за 3 балла сделать. Нейтральный хочешь? Да-да-да. Ну, нейтральный, так нейтральный. Давай, он звучит следующим образом. Музыканты из группы с таким названием поют песню «На берегу реки». Капитан Немо из 20 тысяч льё под водой управляет таким кораблем. А статую этого чемпиона из League of Legends погрузили на дно реального залива Мортон в Австралии. Что за чемпион это был? В смысле, имя чемпиона? Да, название чемпиона. Но такое же у него название, как и музыканты из группы с таким названием. Капитан Немо управляет таким кораблем в 20 льё под водой. Ну и статую этого чемпиона погрузили на дно реального залива Мортон в Австралии. Так, ну группу я точно не знаю. Чемпиона из LoL я тоже не знаю. Угу. И 20 тысяч льё под водой я не читал тоже. Не читал 20 тысяч льё под водой. Да, я. Кстати, а «Лигу выдающихся джентльменов» ты не смотрел? Был такой фильм, нет? В свое время. Mm-mm. По-моему, нет. Ну... Так, ну давай, я подумаю, может 5, быть. 4, 3, 2, 1. Не знаю. Мария, есть какие-то версии? Наутилус. А, точно. Как я мог забыть? Да, все. Такая была группа, действительно, Наутилус, Помпилус. Капитан Немо управлял такой лодкой, а в качестве... Это была акция от австралийского офиса Riot Games. Они восстанавливали коралловые рифы, и они погрузили статую чемпиона. Ну, Наутилус, очевидно, имеет связь со всем этим. Он выглядит похоже немножко на Тайдхантера, там с якорем ходит, у него на голове такой огромный шлем. Ну и, соответственно, герой этот действительно Наутилус. Мария зарабатывает 4 очка по итогам этих вопросов. И теперь, Мария, ты ходишь, выбирай. Ну, я беру свою категорию. Ты продолжаешь, да, по доте, не хочешь? Да, да. Блин, ну тут, мне кажется, вот как раз нейтральные вопросы... Ну да ладно. Дота так дота. Кто я такой, чтобы запрещать тебе ответить на этот вопрос, Мария? Крылатов, Швецов, Романов, Матуз и Куропаткин. Назовите команду, в которой играют эти игроки. Вот так вот. Крылатов, Швецов,
Ну, мне кажется, что крылатов это крылат, дело за малым, вспомнить, где играет крылат. Ага, ага, тут-то видишь, тут-то все и, как говорится, становится интереснее. Швецов, блин, можешь назвать фамилии еще раз? Крылатов, Швецов, Куропаткин, я не помнила. Романов, Матуз, Куропаткин. Блин, да, ну сейчас я попробую просто угадать, где играет крылат. 5 секунд. 4. 3. Допустим, это 2. Какие-то Fantastic Five. Fantastic Five? Там, там Глушан есть Fantastic Five, это неправильный ответ. Неправильный ответ. Рекрент, есть у тебя какие-то идеи? Ну, пусть будет Team Unique. Team Unique — это тоже неправильный ответ. Вот у Андрея Куропаткина, ребята, такой замечательный, такой говорящий никнейм Дукалис. Играет он в команде PacChamp вместе с действительно с Крылатом, Деспертом, Мелисом и Астралом. Их тут недавно сватали как раз, что они будут новым составом Na'Vi, там что Artstyle будет все это добро тренировать. Ну, в общем, это команда PacChamp. Ну что, счет 4-2. На самом деле все очень отыгрываемо. Рекрен, ты как, по общим вопросам, может быть, еще раз попробуем? Да нет, давай мои. Твои? Да. Ну, твои. Так, твои. А, так, сейчас мы включим вот этот вопрос. В словаре Даля этот процесс описывается как игра в лясы, а мировой рекорд по количеству участников этой игры был установлен 10 февраля 2006 года, тогда как тогда в забаве приняли участие 3745 детей. В PUBG этот процесс доступен на Викенде. Что это? В словаре Даля этот процесс описывается как игра в лясы. Я вижу вопрос, у меня на экране. А я для зрителей просто и для Марии на всякий пожарный. Мировой рекорд поставили в 2006 году, и тогда поучаствовали в этом мероприятии 3745 детей. В PUBG этим можно заняться на Викенде. Что это? Так на Викенде там ничего и нет. На поезде только покататься, если... Ну, я знаю про Викенде только, что там есть поезд из таких вот... прикольчиков. Забава. Дети. Ну, я, знаешь, я видел некоторые видео из Индии, например. Там действительно, как забава, мне кажется, они часто на поездах катаются. Прям, знаешь, цепляются на него там где-то. Ну, для детей и... такая себе забава. Ну... Слушай, ну как карта зимняя? Может быть, там можно снеговиков делать? Ну, хотя, вряд ли. Игра в лясы. Чё за лясы? Точить лясы. Игра в лясы. Снежки играть. Я понял. Там же снежки можно на разминке кидать. Твой ответ — игра в снежки. Да. На разминке там, похоже, действительно можно играть. Я в PUBG на Викенде не играл, но действительно так оно и есть. Это игра в снежки. 3745 детей в 2006 году одновременно играли в снежки. Честно говоря, мне сложно представить... как это было организовано и насколько это было травмоопасно, потому что даже двух детей, мне кажется, достаточно, чтобы кто-то кому-то голову разбил снежком. Но ответ этот абсолютно верный. Мария, выбирайте. Ну, я выбираю свою категорию. Не хочет. Да что такое-то? Ты все, типа, получила преимущество и все, и теперь тянешь время, да? Хорошо. Да, да. Хорошо. Не, понимаешь, у меня очень простая логика. Я думаю, вот всякие такие вопросы, например, про команды, с которыми я не сталкиваюсь по долгу службы, например, там, типа, какие-то там СНГ, там, тир-2 команды, я нифига не отвечу на эту тему. Но меня утешает то, что если я не отвечу, мой оппонент тоже не ответит, скорее всего. А вот если я где-то прокалюсь на общих знаниях, может, он и подхватит. Там вот что-то будет такое вот. Хорошо. Тогда давай попробуем. Вопрос звучит следующим образом. Ой, извините, это не то. Так. Вот так. На самом деле, это шоу на английском называется Survivor. Но если дословно перевести название его русской адаптации, то получится игрок Fantastic Five. Кто этот игрок? Шоу «Последний герой», игрок Last Hero. А играет он, соответственно, Fantastic Five. Такая твоя версия. Да, такая версия. Я не знаю, где он играет, но я, по крайней мере, Survivor, я думаю, что это последний герой реально, Last Hero вроде вписывается. Даже если это неправильный ответ, я считаю, цепочка логическая красивая. Цепочка логическая абсолютно идеальная. Действительно, Survivor — это и есть то шоу, которое в первых сезонах ввел еще Сергей Бодров. Это действительно последний герой, и это действительно Last Hero из команды Fantastic Five. Ну, там сейчас решафлы. Может, он уже и не там, а может, все еще там, а мы этого и не знаем. И, в принципе, наверное, в данный момент времени особо знать и не хотим. Но ответ правильный. 6 очков у Марии, у Рекрента 4. Дим, надо... Может, рисковать опять или нет?
Да нет, пока не надо. Это какой четвертый будет вопрос, да? Это будет вопрос под номером 4, да. Ну, пока свои тогда. Тогда свои. Хорошо. А, отлично, тогда вопрос звучит. Блин, такие вопросы сегодня прям, аж, знаешь, можно и даже не играя ни разу в игры, пытаться на них отвечать. Пьеса Александра Николаевича Островского «В пяти действиях» и одна из штурмовых винтовок в PUBG называются одинаково. Как именно они называются? Гроза? Ты думаешь, это гроза? Ну, по-любому гроза. А какие еще ты знаешь штурмовые винтовки, которые подошли бы под названием пьесы Островского? А какие еще ты знаешь пьесы Островского? Ну, слушай, я тебе честно скажу, я бы так даже сходу и грозу бы Островского сейчас прямо... А, «Беспреданец», подожди, это не пьеса, наверное. Да, «Беспреданец» самое, мне кажется. А это пьеса? Не, пьеса вроде. Пьеса, да? Пьеса, он вообще драматург, да. Окей. Окей. Ну, конечно, гроза, абсолютно правильный ответ, вообще никаких тут сомнений нет. А вообще, реально, я просто штурмовые винтовки из PUBG я особо не шарю. Какие-то есть вообще, которые могли бы подойти хотя бы теоретически? Ну, конечно, UBZ, G36, M416. Ох уж этот Островский, любил он зашифровать, так сказать. Маш, ну если неправильно ответишь, то рекрен тебя догонит. Вот, а можно... Ну что поделать, я же могу неправильно ответить на любую категорию. Но давай я лучше неправильно отвечу на свою. На свою, да? Ой, ладно. С какой рекой связано первое упоминание Минска в «Повести временных лет», где описывается битва между полоцким князем Всеславом Бречеславовичем, сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого? К слову, во втором сезоне команда с таким названием заняла 4-е место 2-го дивизиона в СНГ. То есть это название реки и такое же название есть у команды из 2-го дивизиона. Да. Давай подумаем, какие команды были во 2-м дивизионе. Это были Hellraisers, это были... кто у нас там? Это были Bait, какие-нибудь Fantastic Five были. Прости, если были, это не похоже на название реки. 10 секунд. 9, 8, 7, да не, мне кажется, я не вспомню. 6, 5, 4, 3. Немига! С какой рекой связано первое упоминание Минска, Мария? Конечно, это река Немига, известная в Беларуси. Причем, насколько я знаю, она не самая большая, но, так сказать, большая ответственная за Беларусь речка Немига. Ну и Немига и Спортс, естественно, играли во втором дивизионе СНГ. А ты, кстати, знал реклам про такой интересный? Нет, вообще не знал. Я не знал, что такая речка существует. Но это, наверное, самая главная белорусская организация в киберспорте, поэтому... Поэтому как бы тут можно было попытаться через Минск как-то доплести, но Маша решила себя... Я решила, что будет проще мне воспроизвести... ты не поверишь, но я воспроизвела в голове сетку квалификации на International. И это помогло мне. После 4 вопросов, счет 6-8, нам осталось ответить на 3 вопроса. Рекрент, выбирай, пожалуйста, категорию знаний. А сколько вопросов по Battle Royale осталось? Еще 2, да? По Battle Royale осталось даже больше, по-моему. А, подожди, сейчас посмотрим. Ты говорил, что их по 5, я отвечал на 3. Два, да. Да, ну давай еще один. Еще один. Хорошо. Да? Супер. Давай тогда он будет звучать следующим образом. Полностью автоматический пистолет-пулемет. Самая высокая скорострельность в своем классе. Какому оружию в Warzone? Прошу прощения, теперь принадлежит это описание. Полностью автоматический пистолет-пулемет. Самая высокая скорострельность в своем классе. Так, ну, Феник вроде как вектор. Я не знаю, может быть, у новой ППшки выше скорострельность? Но, по-моему, нет. По идее, Феник, да. Феник — это неправильный ответ. ОЦ-9, что ли? Маш, у тебя есть возможность ответить на этот вопрос? Ну, я не очень в этом шарю, я не знаю, какие оружия есть в Warzone, я знаю некоторые оружия СКС, и там вроде терка по 90, да, скорострельная, я бы сказала это просто. По 90 такого оружия в Warzone нет, а в вопросе есть, был... Есть? А, ну, в смысле... Короче, ладно, тогда извините, тогда это неправильный ответ на этот вопрос, Мария, я тут... А в вопросе была подсказка, что теперь принадлежит это описание, потому CX9, что я так понял. CX-9 Скорпион появился в начале августа, и это было абсолютно правильным ответом. Рекрент серьезно не ответил. Да, да. Ну куда я посмотрю, я что-то...
Ну, по крайней мере, так прямо сейчас, мне кажется, вот описывают данное оружие. Маш, пока Дима будет гуглить, ты гугли, не гугли, пожалуйста, на своем вопросе. Выбери сложность, так сказать. У тебя, кстати, остался, кстати говоря, последний вопрос-то свой, если что. Ну, я его беру. Ты его берешь. Хорошо. Твой вопрос звучит следующим образом. Этой аббревиатурой обозначают ведущего в настольных ролевых играх системы D&D. Дотер из СНГ выбрал ее в качестве никнейма. Кто этот дотер? Дотер из СНГ. Аббревиатура, никнейм. Ведущий. Это именно аббревиатура, не сокращение. Да, это аббревиатура. Этой аббревиатурой обозначают ведущего в настольных ролевых играх системы Dungeons and Dragons. Дотер из СНГ выбрал ее в качестве никнейма. Кто это? Дотер. Так, хочется думать... Я сначала подумала, что, может быть, это... Может быть, это маг, и аббревиатура — это какой-нибудь мастер... Что-то там... Мастер-гастер. Гейм? Да. Да, что-то такое... Просто очень тяжело именно с никнеймами, которые выглядят как аббревиатура. То есть маг, это же не аббревиатура, у него не просто... Не аббревиатура, нет, просто маг. 10 секунд, да. 9, да. 8, 7, 6, 5. Может, ФНГ? ФНГ твоя версия. Да, и других, не знаю других никнеймов, которые похожи на аббревиатуры, но для Артема тоже не аббревиатура, но пусть будет ФНГ. ФНГ — это неправильный ответ. Рекрент, вопрос переходит тебе, и я абсолютно гарантирую, что ты знаешь и эту аббревиатуру. Игрока можешь не знать, но аббревиатуру точно знаешь. Эта аббревиатура обозначает ведущего в настольных ролевых играх системы Dungeons and Dragons. Дотер из СНГ выбрал ее в качестве никнейма. Кто этот игрок? 10 секунд дам тебе. 9, 8. Я аббревиатуру не знаю, кроме NS и FNG того же. 5 секунд. 4, 3, 2. Один. Ну пусть будет НС, но это ж Найт Сталкер у него. Это Найт Сталкер, действительно. Или Найт Снайпер даже, нет? Найт Снайпер, да. Ребят, в игре Dungeons and Dragons, почему Рекрент точно знает? Как и любой уважающий себя стример на Твиче, он должен знать, кто такой Dungeon Master. Потому что в Dungeons and Dragons ведущий игры — это Dungeon Master. А Dungeon Master — это DM. Игрок команды Virtus.pro. Вот так вот. А, ну такого я не знаю. Я знаешь, я чуть-чуть не докрутила, я думала, какой-нибудь Game Master, наверное. Что-то такое. Но... Так, сейчас, давай я РПМ-то все-таки посмотрю у пушек. Так, сейчас я тебе скажу, у Феника РПМ... Вот мне пишут в чате, что у Феника РПМ 1036, а, точнее, 1058, а у CX-9 рейд 1036. Смотри, у Феника 1085. Да, и 1036, правильно? А у Скорпиона 1036, то есть Феник быстрее все-таки. Так вопрос только в том... Там же есть описание. Это не описание оружия, которое есть просто вообще в игре или нет? Ну, вот есть сайт со статистикой, где прям точные цифры всего, и там у Феника быстрее на 50. Сейчас я, пока мы давайте следующие вопросы будем играть, я уточню. Потому что все-таки вопрос важный. Если что, тогда у нас будет сейчас ровный счет, потому что Мария не справилась со своим вопросом. Да, ну тут у нас, естественно, ответ DM. Слушай, мне вот говорят, что в Warzone это просто типа само по себе описание оружия. То есть это не фактическая стата, а это именно описание оружия, которое есть в игре. То есть, условно, это не имеет отношения к характеристикам, короче говоря. Вот. Ну так в смысле, самый скорострельный, как это не имеет отношения к ну, условно, смотри, у тебя в игре может быть описание пушки, что это самое, там, условно, в КС может быть описание оружия, там, в игре, типа, самый крутой автомат из всех, а на деле его никто не покупает, условно. Ну то есть, там же есть, типа, дескрипшены под оружие, нет? Я просто... А хер его знает, я ни разу не смотрел, я тебе по факту говорю, как есть. Понял, сейчас. Так, все, сейчас у нас редактор, если что, наш подцепит эту информацию. Так это надо было уточнить. Ребят, ну так вопрос звучал. Давайте сейчас еще раз я вопрос включу, чтобы мы просто... Полностью автоматический пистолет-пулемет. Самая высокая скорострельность в своем классе, в кавычках, какому оружию в Warzone теперь принадлежит это описание? Но мне кажется, если оно принадлежит сейчас этому оружию, CX-9, то по идее должно быть ок. Ладно. Так, у нас осталось по два вопроса, правильно? Шестой и седьмой.
рекрет. Ты ходишь первый, сейчас у нас, если что, редактор там, да, в общем, мы решим, засчитывать этот вопрос или нет. Вот. Так что выбирай категорию. У тебя остался последний вопрос в батл-рояле, у Маши уже вопросов про доту нет. Вот. Так что ей придется идти либо в твои вопросы, которые тоже заканчиваются, либо уже в нейтральные. Ну, давай мой последний вопрос, да, он последний ведь, да, правильно? Да, да. Да, давай мой тогда. Твой последний вопрос. Звучит следующим образом. В реальном мире это самоходная землеройная машина, а в Warzone это морской котик. Какому оперативнику подходит это описание? Самоходная землеройная машина? Да. А в Warzone это морской котик. Какому оперативнику подходит это описание? А ответ на русском или на английском? На русском. На русском. Ну, они одинаково звучат на русском и на английском. Маленькую подсказку могу тебе дать. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ноль. Ну, не знаю, мне только в голову пришел этот Оттер, но это точно неправильный ответ. Оттер — это неправильный ответ. Мария? Я не знаю, какие бывают оперативники, я только знаю одну землеройную машину. Трактор землеройная машина, он же пашет. Трактор подходит как описание трактор. Землеройной машины, да. Но... Трактор, да, я мой ответ — трактор. Да, но это не морской котик в Warzone. А вот есть такой, есть такая самоходная землеройная машина, она называется бульдозер. Не знаю, слышали вы про такую машину или нет. Да. Вот. И оперативнику в Warzone подходит более-менее такое описание. Вот. И... Он не очень похож на морского котика, он весь в металлической броне, он бы потонул бы нахер сразу, ну ладно. Так морские котики же, они нифига не на море вообще, знаешь, иногда, они же просто... Я понял, я представлял просто кого-то, понял, в, ну, в более легкой одежде у этого, потому что... Типа как, знаешь, моряка, как моряка из серии, да? Ну да, ну типа там в латексе, может, оперативник в латексе. Не, у этого прям Т3 каска, понял, как из PUBG. Трактора в белорусской локализации добавили вы чё? Окей, окей. Так, счет 6-8. Рекрент не ответил на свой вопрос. Маш, есть возможность оторваться и практически выиграть даже, если ответить. Ну, я беру общие знания, у меня нет выбора. У тебя выбора уже нет. Мы идем дальше в общие знания, поэтому... Вопрос, кстати, Маш, ну, раз общее знание, обязательно, нам надо спросить тебя про лол, поэтому вопрос звучит... А, я думала про CS Assassin's Creed Virtus Pro. Не, ну это тоже хотелось, конечно. Вот, вопрос звучит следующим образом. В League of Legends есть скины. Foxfire для Ари, Safari для Кейтлин и Chrome для Рамуса. Какое название носит один из скинов на Эзреале? Так, Foxfire, Safari... Что еще? Chrome для Рамуса, Foxfire для Ари, Safari для Кейтлин. Опера. Твой ответ — Опера. Отлично. Да. Это название браузеров. Опера — это неправильный ответ, и твой вопрос переходит рекренту. Рекрент. Угу. Foxfire — это типа Firefox переделанный, Safari, Chrome. А какой еще есть браузер? Я не знаю, ребят. Пять секунд. Четыре. Три. Два. Может быть, Edge? Edge. Это неплохая версия, но все намного проще. Или Explorer. Проще. Да. Ну, я хотел сказать Explorer, но думаю, Edge же новая версия. Ну ладно, unlucky. Да, правильный ответ — это Explorer. И... Unlucky. Это просто скины. Опять это же, да? Скины все старые просто, да. Но Opera Израиль тоже неплохая, кстати, версия была, мне кажется. Я довольна тем, что я проследила логику, понимаешь, все равно. Главное в этих вопросах. Я не проследил, так что все по-честному. Если бы я сейчас ответил правильно, было бы вообще нечестно. Хорошо. Так, ребята, в общем... Принял я решение, мы так посоветовались. Говорят, что в описании, ну, в общем, короче говоря, в описании мы не нашли точного этого описания, чтобы было так написано в оружии. Вот, соответственно, по статье рекрент был прав, поэтому я эти два очка ему засчитываю прямо сейчас. Так, и мы переходим к последнему вопросу, который есть. Так что плюс два,
Вот. Ой-ой-ой. Счет перед последним вопросом 8-8. Вот, у нас была небольшая неточность в вопросе. Такое может произойти. Хорошо, что мы это выяснили. Реквент молодец, что загуглил. И мы отправляемся в последний вопрос. Остались только общие вопросы, ребят. У вас есть попытки, так сказать, по одной еще. Поехали, Реквент, ты как? Поехали. Итак. Твой вопрос звучит следующим образом. Поэт Владимир Маяковский употребил никнейм этого игрока в League of Legends из СНГ в своем двустишии о буржуазии, а Игорь Северянин осмелился даже на название сборника. Назовите этого игрока. Двустишие о буржуазии. Прошу прощения, Северянин, да. Что-то я без идей вообще. 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Не знаю. Ответа правильного не услышал. Мария, переходит вопрос к тебе. Я предположу, что это ананас, потому что двустишие ешь ананасы и рябчиков в любой день, в последний приходит буржуй, наверное. А у северянина вроде есть ананасы в шампанском сборник, да? Слушай, я честно тебе скажу, хотел потом процитировать даже, но ты забрала у меня эту возможность, потому что ешь ананасы, рябчиков, жуй, день твой последний приходит буржуй. Это абсолютно правильный ответ. Мария зарабатывает себе 2 очка, у нее становится 10. И будет еще один вопрос, но если Маша отвечает на него неправильно, то у Реквента будет возможность для камбэка, если что. Поэтому, Маш, последний вопрос, возможно, всего нашего сезона, всего нашего шоу. Как ты, готова? Ну, что делать-то, как бы готова, получается. Так. Звучит твой вопрос так. Вопрос, кстати, прикольный. Ой, извините, не тот. Вот этот. В Турции играет команда, в которую входит 5 деклассированных воинов феодального периода Японии, потерявших покровительство своего сюзерена. Как она называется? В Турции есть команда. 5 воинов. Потеряли покровительство сюзерена. Хочется сказать самураи, но я не уверена. Самураи, вот я не помню, к сожалению, все тонкости иерархии в Японии. По идее, есть какое-то отдельное название у вот этих вот самураев-отшельников. Это не просто самураи, это какое-то другое специфическое название. Акацки. Угу. Так они и называются. Не-не, это я шучу про Наруто. Продолжай, Маш, думай, не переставай. Это шутка. Про Наруто была, это местные мемы, извини. Мне кажется, есть слово, но я не знаю, мне кажется, 5 секунд, 4, 3, 2, 1, 0. Не принимаю твой ответ? Да. Дим, пас, есть у тебя идеи какие-то? Ну, есть. По идее, это Ронин. Вот, но играет команда, в которую входит 5 деклассированных, ну, 5 Ronins, что-нибудь такое. Твой ответ? 5 Ronins. Ну, наверное, я думаю, Young Ronins, просто Ronins, 5 Ronins. Воины. Просто Ronins, не знаю, ну пусть деклассированные воины феодального периода в Японии, потерявшие покровительство сюзерена. Был еще такой довольно забавный фильм с Киану Ривзом, который назывался, да, по-моему, 13-й Ронин или что-то такое. Five Ronin — это абсолютно правильный ответ. Интрига жива. Рекрент делает камбэчную. Счет становится 10-10. У нас идет дополнительные вопросы прямо сейчас. Рекрент, офигеть, я начинаешь? Вопрос увидел, я думал, ты сразу прям ответишь. Я говорю, я даже фильм смотрел, я знаю слово, но просто вылетело. То есть я даже знаю, что есть отдельное наименование. Я слово Ронин слышал много раз, но мне почему-то бы в голову не пришло, что это именно отшельники среди самураев. Не, ну мне пришло, почему? Типа Ронин — это же самурай без господина. Да. Блин, точно, да. Ну давай, Рекрент, продолжим узнавать, как у тебя вообще с вот этим знанием. Либо игроки этой команды виртуозно танцуют парный танец, либо являются подписчиками популярного порнографического журнала США. А может быть, они просто преступники. Какой команде подходят эти отсылки? Чё? Непонятный какой-то вопрос. Так, либо игроки этой команды... Либо игроки этой команды виртуозно танцуют парный танец, либо являются подписчиками популярного порнографического журнала США.
А может быть, они просто преступники. Я вообще ни одного порнографического журнала не знаю. Playboy же не порнографический. Playboy не порнографический. Точно? А ты точно не знаешь ни одного порнографического журнала? Потому что что-то я вот, знаешь, сомневаюсь, если честно, Рекрен, что прям ни одного не знаешь. Не, правда не знаю. Ну, может быть, ты меня потом назовешь, и мне что-то это самое всплывает в памяти. Виртуозно танцует парн-танец. Преступники. 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Не принимаю твой ответ. Угу. Маш, у тебя есть какие-то мысли, идеи? Это Hustlers, да? D2 Hustlers. Команда и Hustlers. Это вроде преступников так называют, мошенников. И еще был фильм с Дженнифер Лопес и про стриптизерш, который назывался Hustlers. Поэтому я предполагаю, так может называться журнал. Ну, танец есть, Hustle, да. Hustle такой танец есть. Есть такой порнографический журнал, Hustle, по-моему, называется. Ну и, соответственно, подписчики его — это хаслеры. Ну и преступники тоже хаслеры. Абсолютно правильный ответ. Мы опять оказываемся в ситуации, где Мария на грани победы, Маш. Да, тебе нужно просто, нужно дать правильный ответ сейчас на вопрос. Давай посмотрим, что будет за вопрос. Какой чемпион гоночных киберспортивных игр пронес флаг на церемонии открытия Олимпиады в Сочи? Общее знание. Гоночных киберспортивных. Да. Гоночные киберспортивные игры. Пронес флаг на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Я, блин, не знаю ни одного киберспортсмена, который играет в гонки. То есть киберспортивные гонки. Кто в них играет вообще? 5, 4, 3... 2. 2014 год. 1-0. Маша не знает ответ. Дим, как у тебя? Ты думаешь, я знаю. А в гонках есть киберспорт вообще? Ой, ну это... Не наезжай на гонки. Он там Rocket League. Там не гонки, конечно. А так, конечно, это не гонки, но это футбольщик. Есть гоночный киберспорт, конечно. Правда? Есть. Да, да, да. А я вообще могу знать этого чувака? Ну, он в свое время, знаешь, в свое время о нем много говорили. Не знаю, насколько ты тогда следил за киберспортивными новостями. Вот, но. 5, 4. Да, не, я не знаю, по идее. 3. Такой вот не в курсе. Есть киберспортсмен Алан. Алан Енилеев. Ну, никнейм у него Алан. И именно он был тем, кто пронес флаг на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Это было правильным ответом. Счет по итогам нашего шоу сегодня 12-10. Мария, поздравляю тебя, ты самая умная в СНГ киберспорте, а Рекрент, на самом деле, мне кажется, был очень-очень близок, и в итоге все решил вопрос про хаслеров и про ранинов, которые... Ну, и про Эксплорер тоже. Про Эксплорер, да, тоже. А, кстати, про Эксплорер был вопрос, да, про Эксплорер был вопрос. Ну, знаешь, жаль, что последний вопрос, он такой бесславный получился для нас обоих, что мы не знали ответа. Если бы, знаешь, кончилось где-то на хаслерах или на рябчиках, было бы, конечно, эффектнее. Не, ну про ананасы ранен. Это жестко. У меня вообще без идей был. Про ананасы было жестко. Я бы, наверное, я бы что-то начал вспоминать, типа, но именно вот так прям дословно цитаты Маяковского, это круто. Маш, я тебя поздравляю с чемпионством. Да, вот. Тоже поздравляю. Как самая большая награда, которая может быть, это уже звание самый умный. Вот, с чем мы тебя и поздравляем. Дим, на самом деле, ты знаешь, вот я честно тебе скажу, я не ожидал именно того, что у тебя во всех играх вообще в киберспорте знания такие. И мне кажется, у тебя интуиция очень крутая, на самом деле. Вот я смотрел, ты как-то всегда. Даже когда, знаешь, ну вот кроме сегодняшних вопросов про математику, когда у тебя там было 2, нет, 3, 9, нет, 10, там и так далее, и вот это. А так, мне кажется, интуиция у тебя прям на очень крутом уровне, тебе бы это... Не, ну я логически пытался просто выбирать. Да. Чаще всего. Да. Ребят, спасибо вам большое за участие, было очень круто, вот, я надеюсь, вам понравилось. Да. Сори за небольшие там неточности в вопросах. Вот, вам спасибо большое за участие, поздравляем еще раз Машу с победой. Маш, мы обязательно свяжемся с тобой для выдачи приза. Опачки! О, у нас приз был? Вот это, да. Это приятно. Это звание приятно. Самое умное, очевидно. В рамочке, где это грамота. В рамочке и на погоны. Вот самое умное, слева самое умное, справа в киберспорте. Ладно, ребят, спасибо большое. Вам хорошего, получается, дня. Вот. Миша, я тебе хотела сказать спасибо, что делаешь все эти движухи. Это реально здорово. Скучаю по нашим играм, что где когда. Надо чаще заниматься интеллектуальным спортом. Мишин Петрик оброс и перестал, так сказать, играть в ЧГК, поэтому без него нет команды, как говорится. Ладно, ребят, все, давайте. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Пока-пока.
Так, чат, как вам сегодняшнее шоу, расскажите? Вам понравилось?